Еще дополнительно расскажет, что 1 августа произойдет. В любом случае будет много чего интересного.
Да, поэтому все равно, по крайней мере, мы все ждем рост. Ожидаем, как говорится, да? Во-вторых, продолжая тему мероприятий, у нас, да, мы стали делать немножко реже, но наше следующее мероприятие пройдет уже через 2 недели в немного необычном месте, и Рома про это чуть попозже немножко расскажет, когда мы фотографии опубликуем на большом экране. Да. И третий момент. Как вы видите, на слайдах есть несколько телеграм-каналов и чатов. Я думаю, во многих из них вы, наверное, до этого состояли. Я не знаю, кого нет в нашем чате? ABCG чат. Почему? Пора заходить, как говорится. Там, кстати, уже 2800 человек, то есть реально очень много. Поэтому чат растет очень быстро на глазах, ты считай, до 3000 за 3 месяца всегда растет. Самое главное, давайте я просто так очень кратко анонсирую. Мы, в принципе, уже в Телеграме это, ну, начали про это говорить. Мы запустили новый канал, просто полностью новый канал, называется собачка ABCG Market. То есть если вы в Телеграме его еще нашли, это новый абсолютно канал. И мы решили, ну, по крайней мере, пока что, сделать его доступным для всех. То есть это канал с объявлениями. То есть если вы продаете видеокарты, кто из вас продает видеокарты? Ну, обычно это много людей, знаете, все пишут, продам видеокарты, я обычно таких сразу баню. В общем, с помощью канала собачки ABCG Market мы просто решили дать возможность для всех, кто покупает, продает биткоины, видеокарты, фермы, там что-то еще. Там кто-то даже предлагал, по-моему, автомобили за биткоины продавать. Нет, было одно объявление, я не помню, кто именно, не знаю, есть, да? Юрист продавал. Ну да, юрист какой-то продавал, да. Нет, он не вижу, нет, вот давно было. Вот мне буквально 2 дня назад кто-то писал, типа, продам машину за биткоин, я, по-моему, так не публиковал еще. Да, да, в любом случае, это ручная работа практически. И сразу скажу то, что мы это пока что не можем отслеживать мошенников, допустим. Просто на свой страх и риск, если. Но по сути, просто любой желающий может поучаствовать и так или иначе в этом рыночном деле как-то так или иначе, принять участие. Вот. В любом случае, у нас очень много чего интересного будет в ближайшее время, мы много чего анонсируем совсем скоро. Поэтому, как говорится, stay tuned. Кто не подписан на наш канал с новостями, тот много чего подписан, как говорится. Ладно, спасибо, передаю слово всем нашим спикерам, оставшимся еще сегодня. Друзья, давайте тогда поддержим нашу команду. Спасибо. Отлично, просто ребята выступили, может быть, немножко Вася сказал про каналы, про чаты. Смотрите, если у вас есть услуги какие-то, публикуйте. Если вам надо найти разработчиков, если вам надо найти пиарщиков, либо еще найти по теме блокчейна, SEO и так далее, пишите вот ABCG чат. Очень большая конверсия, друзья. Серьезно, конверсия очень большая, поэтому, если вам это не интересно, то пробуйте, пишите, мы опубликуем. Ну что, теперь перейдем к самому делу и, наверное, первый спикер, который сегодня выйдет, ему одобрение давал сегодня Равин, он просил, пожалуйста, пусти меня туда, я зажгу это. Он говорит, можно ли брать мне по 3 эфира за каждый вопрос? Ему говорят, нельзя. Он говорит, можно ли мне людей на подписку садить, когда тоже нельзя. Давайте я представлю профессионала, человека, который делает бизнес на майнинге, делает бизнес на майнинге в бизнес-центре с высоким и дорогим курсом электричества. Артем Гуреевич, прошу тебя. Рома, просто как можно лучше сразу меня представил, говорит, этот парень занимается майнингом с дорогим электричеством, он все-таки понятно. Давайте следующую тему про ICO поговорим, да? Видимо, этот парень не понимает, что это майнинг. Да, всем привет. Хотел с вами поговорить про майнинг. Я понимаю, что большинство пришло послушать про ICO, и все хотят там большие деньги, сразу инвестиции. Я сам, честно скажу, мы тоже готовимся к ICO. Это правда круто, но майнинг — это тоже очень важная составляющая экосистемы вообще блокчейна. Да? Пару слов про себя. Надеюсь быть скромным. Меня зовут Гуреевич Артем, я кофаундер компании GetCrypto. Чем мы занимаемся? Мы привозим конфликтующие с Китая, собираем фермы, предлагаем услуги хостинга, то есть мы можем собрать ферму, поставить их у нас в помещениях, охлаждаем,
охраняем и так далее. Ну и майнингом занимаемся, промышленным немножко. Давайте все-таки теперь перейдем к теме нашей встречи, чтобы подробнее поговорить про майнинг и углубиться в какие-то технические моменты. Наверное, надо понять по определениям, что такое блокчейн, что такое майнинг. Да? Собственно, простым языком сейчас упрощаю, блокчейн — это распределенная база данных, да? В которой самая главная ценность блокчейна, за которую мы все любим эту технологию, это децентрализация, отсутствие регуляторов, отсутствие, например, возможности влиять как-то на ход событий. Хотя, опять же, да, ребята уже упомянули Segwit, который скоро будет. Это интересно, может быть, поговорим чуть позже. И, собственно, то самое слово майнинг, за которое многим стыдно, многие, наоборот, гордо говорят: я майнер. Кто-то говорит: да я на балконе майню, да я дома майню, кто-то говорит: я промышленный майнер, у меня золотые фермы. Что такое майнинг, да, и почему многие уже с юмором к этому относятся? Понятийно. Майнинг — это, в переводе с английского, это добыча. Да, добыча полезных ископаемых. В нашем случае это некое поддержание проведения транзакций. То есть многие действительно считают, что это некая эмиссия криптовалюты. Это заблуждение. На самом деле майнер занимается тем, что подбирает хэши, так называемые ключи, блоком, открывает блоки, за это получает вознаграждение. Вот то самое вознаграждение, за которым сейчас все майнеры гонятся и бегут скупать все видеокарты, все асики, и сходят с ума, а бедные геймеры ходят с вилами, ищут все эти чертовы майнеры: отдайте нам наши видеокарты. В общем, майнинг, добыча криптовалюты, на самом деле это поддержка экосистемы конкретных, да, сетей. Теперь немножко про историю майнинга. Я назвал это первобытным до наших дней за 9 лет. Это действительно так. Мы с вами находимся в том моменте, когда утопический мир становится реальностью, и когда технологии двигаются с такой скоростью, что самому страшно становится. То, что было вчера, реально позапрошлый век. Сегодня утром это прошлый век. То, что сейчас происходит, это сейчас. Чтобы говорить о майнинге, все равно нельзя оторваться, опять же, от блокчейна и от первой криптовалюты, от биткоина. Биткоин, наверное, все слышали, да? Все слышали? Хорошо, а кто пользуется биткоином? Сейчас не под запись, камера все равно на меня смотрит, не на вас. Окей, ну где-то процентов 25 зала пользуется биткоином. Окей, биткоин был основатель, некий Сатоши Накамото, анонимная сущность, человек, группа хакеров, никто не знает, кто это, которые создали биткоин на основе технологии блокчейн. Да? Это я такой сейчас занимаюсь ликбезом, ликвидацией безграмотности, вдруг кто-то не слышал про Сатоши Накамото. Многие считают это спекулятивно, что первым майнером был Сатоши, что 100% правда, это первый человек, который создал биткоин и проводил первые транзакции, открывал первые блоки. При этом спекулятивно говорят, что он успел намайнить порядка миллиона биткоинов. Кто знает, сколько уже биткоинов эмитировано? 16 миллионов. Из скольки возможных? Из 21 миллиона возможно эмитированных биткоинов 16 миллионов уже добыто. Майнинг, сложность майнинга растет. Награда уполовинивается каждые 4 года. В конце июня 2020 года будет следующее уполовинивание. И так до 2140 года. То есть наши с вами внуки или правнуки, вероятно, встретят тот самый прекрасный день, когда откроется последний блок, будет добыт последний биткоин. Какая его будет стоимость, никто не знает. Миллион долларов, 20 долларов, 0 долларов. Будет видно. Тем не менее, майнинг в первое время был никому не интересен, это было развлечение для гиков. Ну, давайте говорить честно, на данный момент о технологии блокчейн и о биткоине знают, уж тем более пользуются, не больше, чем 1% населения нашей с вами планеты. Поздравляю, если вы в этом зале, вы уже входите в этот процент, ура!
Поэтому технология на тот момент была тем более неизвестна, технология была интересна, ну интересна только для гиков. Она и сейчас, да, основная тусовка это гики и фрики. И инвесторы в последнее время, да, уже с выходом ICO, с запуском серьезных проектов в области промышленного майнинга, действительно уже пришли серьезные институты, пришли серьезные деньги. Но на тот момент это было чисто гиковское развлечение, отправляли друг другу биткоины, покупали майки, футболки, пиццы за те деньги, за которые сейчас можно купить хороший дом на Новой Риге. Первые майнеры майнили на ЦПУ, то есть они просто ставили себе программу прямо на домашние компьютеры, майнинг происходил довольно легко и, ну, как бы... От этого не было большого реально финансового выгоды. Но при этом это было интересно, почему бы нет. Биткоин начал расти, 2009 год, начинается первая транзакция, начинается первая история. И чуть позже люди понимают, что а что если написать сейчас майнер, то есть программу, которая будет распараллеливать процессы, потоки. И тогда можно майнить на ГПУ. ГПУ — это графические процессоры. То, что мы с вами называем видеокартой. Да, на самом деле чипы внутри видеокарты. ГПУ. И появилась новая эра ГПУ майнинга. Это еще обезьяна, но уже идет, да? На тот момент на ГПУ майнился биткоин. Было интересно людям, было круто. У биткоина пошла вся эта большая интересная история, когда он в какой-то момент стоил $1200, потом упал до $180 за монету. Майнинг стал невыгоден, потому что основной расход, кроме закупки дорогостоящего оборудования, это электричество. И люди майнили, так говорится, в розетку, то есть работали на электросеть своего города, своей страны. Поэтому майнинг на какой-то момент перестал быть интересен большому количеству людей. Тем не менее, биткоин оправился, биткоин пошел вверх. Начали майнить на FPGA. Это был очень короткий этап в истории майнинга на биткоин, для биткоина. И, наконец-то, появляется уже прямоходящий человек, появляются процессоры ASIC. На тот момент это были энтузиасты, это было 4 человека, которые решили создать компанию, которая будет производить чипы, у которых будет только одна задача — поиск кэшей для открытия блоков, для майнинга биткоина. Все. То есть это уже не универсальные процессоры, как ЦПУ, ГПУ и FPGA. Это уже действительно технология, заточенная только для майнинга. То есть уже пошли большие инвестиции, разработали даже самый примитивный процессор, это порядка $200 миллионов. На тот момент техпроцесс, если кому-то говорит это о чем-то, был 130 нанометров. Это не самый потолок современных технологий, но, скажем так, в развитых странах есть производство, куда можно обратиться, чтобы произвести процессоры с 130 нанометров, с техпроцессом. При этом это не устраивало производителей. Там, я думаю, что скоро будет снят, надеюсь, будет снят очень интересный фильм. Это очень интересная детективная история, как ребята, которые вложили там миллионы долларов, десятки и сотни миллионов долларов в разработку ASIC-ов, собирали предзаказы, обещали, что пришлют через полгода, присылали через год, в этот момент эти же деньги уже пускали в производство следующих. Есть целая тоже как бы стереотип, я не знаю, насколько это правда, это об этом никто не знает, что сами производители ASIC-ов являются самыми большими майнерами в мире. Так как все производство ASIC-ов сейчас концентрировано в Китае, и мы знаем, что порядка половины майнинг мощностей тоже в Китае, это единственное, на чем мы можем основывать наше предположение вот подобного рода, они тоже спекулятивны. Но, тем не менее, факт, что производство ASIC-ов стало выгодно, они дошли до техпроцесса 50 нанометров, это уже действительно серьезная технология, это уже действительно сложный, крутой чип. И, собственно, сейчас это технология, которая впереди планеты всей, очень быстрым темпом развивается. Каждую неделю выходят новые майнеры, новые конструкции, новые алгоритмы.
алгоритмы, новые архитектуры. В общем, запустился целый новый мир, открылся, да, производство ASICO. При этом тут на этой схеме я не обозначил, но вот, кстати, кому интересно, как выглядит ASIC, внизу я нарисовал ферма в Китае, где очень-очень-очень много ASIC стоят. Так называемая шахта. Мы же майнеры, шахтеры, поэтому там, где стоят, ну, то место, где стоят фермы, так называемые фермы, называется шахта. При этом история повернулась, история сделала еще один виток, и появилось большое количество альткоинов на новом алгоритме, математическом, да? И опять стало выгодно майнить на GPU, только уже другими методами. Ну, например, из тех, о которых вы сейчас все думаете, бредите или наоборот вложились, и теперь очень расстраиваетесь, например, там, Ethereum, или Ethereum Classic, или Zcash, да? Это те монеты, которые можно и полезно, и круто сейчас майнить на GPU. Асики задачиваются только под одну конкретную монету. В чем разница? Да? Очень часто люди спрашивают, ну а мне что купить? Допустим, я хочу вложить 200 тысяч долларов, 300 тысяч долларов. Это всегда очень спорно. То есть если вы верите в конкретную монету, например, в Dash, и сейчас выходит новый майнер только для Dash, он правда эффективный, он быстро скупаемый, низкое потребление электричества. Но вопрос, что будет, если у этой монеты будут проблемы с курсом, с ценой. И второй вопрос, что будет, когда ты придешь на вторичный рынок. То есть вопрос ликвидности. У GPU ферм другая история, они собираются на видеокартах, которые покупаются в магазине. Можете не надеяться, в магазине их уже нету. Тем не менее, покупаются у ребят, которые привозят из Китая, или покупают, если это, например, большой объем, 500 карт, 1000 видеокарт, что можно размещать прямо на заводе. Эти фермы, их плюс в том, что их можно настроить, если вам не нравится сегодня майнить эфир, вы переключаетесь на Zcash или на какую-то криптовалюту. При этом сложность в обслуживании, потому что ASIC — это plug and play, поставил, включил розетку в интернет, настроил кошелек и поехали. GPU-фермы требуют чуть более бережного обращения, чуть более тонкой настройки, но при этом дают больше свободы в плане вычислительной мощности, в плане выбора криптовалют. Ну, соответственно, дальше каждый уже сам для себя выбирает. Ребята, у меня не работает. Работает. Следующий слайд. Всем же интересно, вообще майнинг — это выгодно, это вообще про бизнес-историю, или это история про так называемых домашних майнеров, которых сейчас они заполонили весь YouTube и рассказывают, как там круто у себя на балконе поставить одну ферму и майнить, и окупаемость 7 месяцев, 6 месяцев, рассказывать какие-то сказки, и потом очень быстро расстраиваются, и, например, сейчас все побежали быстро сливать свое уже отработавшее железо на вторичный рынок. Понятно, все майнеры разгоняют свое железо, не жалеют его. Наша задача заработать, наша задача быстрее выйти на окупаемость, поэтому на вторичном рынке быть аккуратно с железом. В чем проблема? Что майнинг — это смотря как на него посмотреть. Потому что мы вкладываем фиатные, то есть обычные деньги, в железо, в электричество, в помещение, в охлаждение, в охрану, еще в огромное количество вещей, а на выходе получаем криптовалюту. Ну, вроде бы хорошо. С другой стороны, это про деньги история или это история про какое-то баловство. Поэтому обязательно я назвал азарт, или расчет, или просто надежда. Что из этого? Давайте попробуем разобраться. Я тут поставил такую картинку, такой грустный мальчик, который пишет «Папа, не майни». Недавно появилось огромное количество мемов на тему майнинга, опять же, потому что упал курс основных монет, которыми майнеры сейчас занимаются, поэтому такая грустная картина: папа, возвращайся домой, хватит уже заниматься майнингом. Вот. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Я для примера привел график биткоина. Это график стоимости за всю историю биткоина. Это график роста сложности. Роста сложности майнинга. Чем больше участников сети, с одной стороны, для самой монеты это хорошо.
она децентрализована, нет какого-то одного сервера, я не знаю, Visa или MasterCard, которая проводит все транзакции. Есть огромное количество майнеров, которые поддерживают технологию, поддерживают оборот криптовалюты и вообще технически поддерживают работу. Стоимость биткоина – это очень интересный график. Тоже, я думаю, будет снято много отдельно фильмов, книг написано про то, как биткоин рос, как биткоин падал, как биткоин вырос за последнюю весну. Вот так, как вы видите эту свечку. Но нам очень интересен график. То есть люди, которые занимаются майнингом на Абу, типа, вау, майнинг круто, все будет майнинг. К сожалению, не всегда смотрят на график просто сложности. Но есть хорошая новость для вас, для всех, кто хочет инвестировать в майнинг, что пока что рост сложности всегда шел параллельно с ростом курса валюты. Это нормально, это объяснимо, это рыночная история. Потому что чем популярнее валюта, тем больше майнеров приходит на этот рынок. Чем больше майнеров приходит на рынок, тем сложнее майнить. Тем не менее, как вы видите, были какие-то моменты, когда майнинг просто супер выгоден, да, например, когда биткоин рос, дошел до 1000 с копейками долларов, при этом сложность майнинга была довольно низкая. Ну, в те времена мы все с вами еще даже не думали про это, хотя уже могли бы давно золотиться. Последняя тенденция – это ровно параллельный рост, причем в последнее время сложность не поспевает за курсом. По крайней мере, последние 4-5 месяцев сложность майнинга почти во всех криптовалютах. Если бы мы сейчас включили график, например, того же эфириума, было бы очень похоже. Рост стоимости, рост сложности. Поэтому не надо пугаться роста сложности, с одной стороны, но его нужно всегда учитывать и закладывать, если вы пытаетесь проработать свою фирму. Это, я думаю, все видели. Я хочу услышать три главных слова. Эфир будет расти. К чему этот слайд? Все, наверное, знают, что последние 2 недели эфир падал. Причем не хочу вдаваться в подробности теханализа и попытаться даже объяснять, почему. Если коротко, это нормально. Это правда нормально, в этом нет ничего страшного. И я вам скажу больше. Для нас, для тех, кто занимается майнингом в больших масштабах, то есть пытается, больших у всех разные, да, представления о больших масштабах. У кого-то 100 ферм уже много, у кого-то 1000 еще не много ферм. Для нас это все равно хорошо. Потому что с рынка уходят неопытные майнеры, с рынка уходят домашние майнеры, майнинг майнеры, как я их называю. И рынок стабилизируется, окупаемость действительно увеличивается, но при этом это уже похоже на бизнес, а не на золотую лихорадку. Поэтому картинка про эфир будет расти, это скорее шутка. Эфир будет расти, но даже если он сохранится на той цене, которая сейчас, $211 утром было, может быть, меня кто-то поправит, за одну монету, ничего страшного. Ничего страшного, это нормально, есть тенденции, есть коррекция. Когда происходит коррекция, ничего страшного, рынок падает, потом стабилизируется. Отличный момент, кстати, заходить. В плане и покупки, и майнинга, и так далее, пока монета дешевая. Отличный момент заходить. Я в эфир реально верю. Я не буду уговаривать, я, наверное, не имею на это права. Виталик, снимай маску. Но он мне платит, да, по одному эфиру в секунду. Следующее, о чем я хотел поговорить, что же, чем же заниматься? Домашний майнинг или промышленный майнинг? Ну, все любят кисок, поэтому вот вам киска на картинке. О чем это говорит? Ну, домашний майнинг, вы понимаете, это человек, который купил одну-две фермы, собрал их у себя на балконе или в комнате, и занимается майнингом. В принципе, почему бы и нет, с этого правда все начинали. Ну, будет даже промышленный майнер, с этого начинал и я, и мои коллеги, и мои друзья, мы все с этого начинали, собирали первые 2-3 фермы и смотрели, как все это будет работать, как это будет окупаться, и вообще попытаться почувствовать этот азарт, это очень интересно, когда ты его включаешь, дальше смотришь графики, отслеживаешь, тебе раз в какое-то время приходят от пула монеты,
ты там счастливый, довольный, дальше следишь за стоимостью этой монеты, и вообще такая некая игра. Но из домашнего майнинга по-хорошему нужно вырастать. И чем дальше, тем сложнее будет заниматься домашним майнингом. Я честно уверен. Кстати, на картинке про промышленный майнинг, наше новое помещение, которое мы запустили. Ну, вы видите, совершенно другие условия. Это стойки, они заземленные. Электричество, правильная разводка, достаточное количество мощности. Потому что если, например, вы хотите заниматься майнингом дома или на балконе, или у себя в гараже, нет проблем, на здоровье, дорогой. Но если ты живешь с женщиной, и эта женщина твоя мама, то она включит завтра утюг, и у тебя выбьет пробки. Потому что в среднем на одну квартиру 3-4 киловатта, можете меня поправить, ну 3-5 киловатт электричества дается на одну квартиру. В среднем одна ферма ест киловатт 200, киловатт 500 в час. Соответственно, больше 2-3 ферм. Ну, есть ребята, которые умудряются рисковать пожаробезопасностью своих квартир и своих соседей, ставят больше ферм, усиливают проводку. Но реально, больше 2-3 ферм дома не поставишь, а если живешь с мамой или женой, то даже меньше. Потому что они еще включают иногда утюг или микроволновку. Это что касается домашнего майнинга. Что касается промышленного майнинга, понятно, что добавляются расходы, которых нет в домашнем майнинге. Это аренда помещения, это приточка, отточка воздуха. Очень важно правильно вентилировать помещение, правильно вытягивать теплый воздух, приводить прохладный воздух. Зимой наоборот, потому что те, кто думает, что можно поставить фермы в холодное помещение, в какой-нибудь холодильник, ну, вы, к сожалению, ошибаетесь. Потому что фермы больших холодов тоже не любят, как минимум, потому что если у каждой видеокарты будет 75-70 градусов тепла, то если ее поставить в помещение холоднее, чем плюс 16, то начинает выпадать конденсат. И все ваши 90 миллионов рублей, 100 миллионов рублей, 200 и так далее уезжают дружно на свалку. Поэтому зимой нужно поддерживать определенную температуру в помещении, летом нужно обязательно охлаждать помещение. Помещение нужно охранять. Мы ставим там и камеры, и датчики температуры, и датчики влажности, и систему пожаротушения. В промышленном майнинге очень важен вопрос стабильного электричества, стабильного интернета, не так мощного, но стабильного. В общем, появляется довольно много вопросов, которые вполне решаемы. И мы как раз, как компания BitCrypto, мы всегда предлагаем, пожалуйста, можем просто кому-то собрать фермы, заказ и поставить в чужом помещении, а иногда предлагаем, если у человека есть такое желание, разместить их у нас на определенный кусок. Условия несложные, это стоимость электричества плюс 15% от, на майнинг от крипты. По пунктам. В чем риски? Основные риски майнинга, что домашнего, что промышленного. Электричество, его стоимость. Были времена, что электричество, стоимость электричества была сверхважна, сверхпринципиальна. И если бы тогда ведущий бы представил меня и сказал бы это Артем Гуревич, он майнинг в Москве в бизнес-центрах, то, ну, наверное, вы бы меня закидали помидорами и сказали, ну-ка, мальчик, что вон, пригласи парня, который расскажет про ICO. Но потом ситуация выровнялась, и в какой-то момент стоимость электричества стала не так принципиально, не так критично. Там 4 рубля или 5 рублей за киловатт, ну, в принципе, терпимо. Есть место в России, где это действительно дешево, и сейчас такие места появляются, у кого-то есть возможность ставить возле электростанций. По-моему, председатель правления Внешэкономбанка сказал, мы сейчас будем строить огромные фермы возле атомных электростанций. То есть Россия как страна и большое количество участников рынка сейчас заинтересованы. В России правда дешевое электричество. Есть на самом деле самое дешевое электричество в России, это Иркутская область, я вам по секрету скажу. Вот. Но полтора-два раза дешевле, чем в Москве стоит электричество. Вот. Второй пункт охлаждения, это я уже упомянул, это действительно очень важный фактор, фактор риска, фактор отказоустойчивости, потому что чем прохладнее помещение, тем дольше ваши видеокарты, которые в одногрузке 24 часа в сутки, тем дольше они проживут. И
самый последний и самый важный риск в майнинге – это курс. Ну, про курс мы уже поговорили. Я считаю, что наоборот хорошо, когда курс не очень высокий, когда майнинг не приносит 150% годовых, а приносит, допустим, 70% годовых. Ну, покажите мне еще такой бизнес, который хотя бы такие же показатели мог предоставить. Поэтому я к майнингу отношусь с уверенностью и с оптимизмом. Теперь вопрос, который всех волнует. Что нельзя купить за деньги? Как вы думаете, что нельзя купить за деньги вообще в нашем мире, в жизни? Здоровье. Совесть, здоровье. Любовь. Любовь, время и сейчас видеокарта. Это правда большой вопрос, у которых в прошлый раз, когда я выступал, были заявлены ребята, которые должны были как раз рассказать, где взять видеокарту. Я прям чувствовал, что зал просто ждет, когда я скорее уйду, и выйдет парень и скажет, у меня есть видеокарты, все ко мне. Но, в общем, на самом деле это небольшая проблема. Все, кто занимаются сборкой, поставкой и майнингом, в том числе наша компания, мы уже давно наладили каналы поставки, с видеокартами сейчас нет большой проблемы. Проблема только в том, что завод реально не успевает производить их в таком количестве. NVIDIA пообещала сейчас выпустить на рынок 300 тысяч майнинговых карт, 1060, 6 гиговых, с очень плохим кэшрейтом, который они обещают, который заявлен. В принципе, эти карты уже начинают просачиваться на рынок, мы начинаем их щупать, и в принципе, да, это неплохой вариант дешевых видеокарт. Есть и дорогие видеокарты, которые тоже люди большой радостью покупают. Например, NVIDIA 1080 Ti. Если кому-то это о чем-то говорит, то каждая карта стоит по $1000. Люди покупают эти карты сотнями и тысячами. У них действительно очень высокая производительность, ну, высокая цена. Поэтому видеокарты, с одной стороны, да, если прийти в Москве в магазин, их нет. То есть они есть, но, например, та карта, которую я 6 недель назад покупал по 20 тысяч, по 22. 5 недель назад, 4 недели назад еще получалось покупать 1070 карты по 27 тысяч. Сегодня, если прийти в магазин, стоит 43 тысячи. Но, опять же, понятно, что это уже перекупщики, это люди, которые хотят, наверное, получить сверхприбыль. Если их заказывать в нормальной партии, то, в принципе, можно добиваться более-менее адекватной цены. Опять же, это всегда вопрос разговора с заводом, разговора с поставщиком, скорости поставки, насколько срочно надо, чем страшнее, тем дороже, и вопрос растаможен. Собственно, на этом все. Я хотел вас всех поблагодарить. Спасибо большое. И, наверное, ребята, друзья, у нас сейчас просто несколько там дальше людей, чтобы соблюдать тайминг, мы немножко выбираемся с таймингом, поэтому все вопросы к Артему, вот есть контакты его, я сейчас даже открыл. Телеграм, просто пишите телеграм, это проще всего, я специально не написал номер, чтобы не было миллиона звонков, телеграм это удобно пообщаться. Поэтому, Тёма, тебе огромное спасибо, давайте еще раз поддержим нашего спикера, человек, обладает реальным опытом. Артём, отдай тогда, подожди, пару секунд. Следующий проект, ребят, будет связан... Кто пользуется LinkedIn? Вообще есть такие, кто LinkedIn пользуется? Знаете, что это такое? Это, наверное, самая крутая бизнес-сеть, которая используется для поиска контактов за границей. В России у нас некоторое время назад LinkedIn был заблокирован. Сейчас мы выходим, на самом деле наша страна не настолько этого больше потеряла. Ну окей. Сейчас ребята, которые выйдут, они делают в блокчейне некий прототип LinkedIn. Они хотят просто поменять всю логику и дать возможность людям, профессиональным кадрам, находить друг друга. Сейчас, как я говорил, один из членов этой команды находится в Лондоне и выступает на Кельте 2017. Но, а на сцену, наверное, приглашу сразу двух ребят из этой команды. Они мечтают. Добрый. Да. Они мечтают попасть в Pornhub. Друзья, представляю Саша и Дима. Здравствуйте, дорогие
интересно. Мы долго думали, как сделать так, чтобы наш доклад был, может, разбавлен юмором, творчеством. В общем, у нас технология, которая как бы несколько шире, чем блокчейн, она использует блокчейн, при этом она в децентрализованном рынке технологий за пределами блокчейна, это все скучно. Вот. И поэтому мы сделали совершенно несерьезную презентацию, которая с нашей точки зрения проиллюстрирует на простых примерах, как это работает. Поэтому мы расскажем о проекте, но мы скорее хотим рассказать о том, какие есть возможности. Лучше второй микрофон возьми, да. Слишком много говоришь. Да, начинаем. Микрофон у Саши не работает. Но вы попробуйте. Я попробовал. Да, да, включи. Итак, всем известно, что блокчейн — это децентрализованная, публичная, определенная база данных. Мы об этом не будем говорить. Мы хотим сказать о том, что рынок децентрализованных технологий расширяется, развивается. К сожалению, так получилось исторически, что только Эфириум, как один из примеров блокчейна, смог выбиться в лидеры с той точки зрения, что большинство проектов, которые делают свои решения, так или иначе базируются на Эфириуме. Я имею в виду не только монеты выпускают там решения, но и стараются как-то привязываться к блокчейну Эфириума для того, чтобы использовать технологии децентрализации в свою пользу. В свою очередь, другие блокчейны, как то блокчейн биткоина и иные, не будем их перечислять, немножко отстают, поэтому преимущественно мы будем говорить про блокчейн Эфириума, так как на данный момент все децентрализованные приложения, какие существуют на рынке, мессенджеры, социальные сети, биржи, поиск персонала, то есть все то, что так или иначе может быть децентрализованным, может быть интересным, но при этом не представляет себя прямых финансовых транзакций, за которые отвечает блокчейн, оно базируется на блокчейне Эфириум. Так, вот действительно Саша правильно сказал, что Эфириум сейчас в тренде, потому что это первый блокчейн, который поддерживает, грубо говоря, программу внутри себя и позволяет использовать себя как платформу для построения децентрализованных приложений. А Эфириум, и вообще блокчейн уже такой децентрализованный, весь независимый, его невозможно заблокировать, поэтому все приложения, которые на нем строятся, если они правильно строятся, тоже будут совершенно децентрализованными и блокированными. Этим люди хотят пользоваться. Чтобы LinkedIn, например, не блокировался, вот если он будет такой децентрализован, его невозможно будет блокировать, и все будем замечательно пользоваться. Но есть проблема, потому что децентрализованные приложения, они не могут пользоваться только блокчейном, если они серьезные. Им надо где-то хранить данные. Например, у LinkedIn там есть профайлы, вообще социальные сети, есть профили пользователей, там огромное количество информации, есть картинки, фото. Есть там какие-то посты, по ним надо осуществлять большой поиск, чтобы найти интересующих тебя людей. Так вот, стоит огромная проблема. Где эти огромные объемы данных хранить? Да, но есть еще одна проблема. К сожалению, большинству фаундеров, которые глубоко все равно, где хранить данные, в силу того, что сейчас все в основном занимаются ICO, то есть никто не думает о том, где хранить данные, вообще большинство людей глубоко все равно, что произойдет с проектом после ICO, потому что людей интересует собрать денег. Мы призываем такие проекты все-таки задуматься о том, а как же после того, как ICO пройдет, если предположить, что оно закончится успешно, а как же, собственно, далее построить логику развития проекта так, чтобы этот проект все-таки получил. Чтобы, кроме слова, децентрализованное решение внутри white paper было действительно по-настоящему построено децентрализованное решение. Собственно, те люди, которые честнее и понимают, что после ICO, собственно, проект надо бы реализовывать, а еще лучше даже и до ICO начать, они пытаются, конечно, как-то хранить данные. Некоторые пытаются хранить их в самом блокчейне. Но блокчейн очень плохо для этого предназначен. Он медленный и
в него много всего не запихнешь. Они могут пользоваться какими-то дополнительными технологиями, вроде там Interplanetary File System, она называется, межпланетная файловая система, или ну, нашумевшие проекты вроде Storage, или там SIA, это облачное хранилище файлов, вроде Dropbox. Вот. Можно там попробовать хранить данные, но там невозможно ничего найти, потому что невозможно искать по содержимому файла. Вот попробуйте, например, среди одинаковых файлов найти панду, вот как на этом рисунке. Но никому это не удастся, пока я не переключу слайд. Там нет панды. Кто-то нашел панду? Да, да. Слева среди них. Здорово, здорово. Вот, для приложения такая скорость недостаточна, там надо искать быстрее. Да, ну вот мы назвали слайд «Кто поумнее», тут запихнули свой логотип. Смысл в чем? Смысл в том, что мы задумались, когда задумывали нашу бизнес-платформу, мы не называем социальные сети, что, не дай бог, подумали, что мы сумасшедшие, строим новые социальные сети. Мы задумались над тем, а как же, собственно, архитектуру этой сети построить так, чтобы это работало. Сейчас мы вам в двух словах буквально расскажем о нашем проекте, очень кратко, для того, чтобы вы понимали, с какой проблемой мы столкнулись. Вот но вы никак не можете его идентифицировать. Особенно, если вы находитесь в разных городах. Положим, вы находитесь в Лондоне, ищете человека в Азии. Как мог понять, что это... есть такое слово в русском языке, но его нельзя произносить публично, поэтому не обман, скажем так. Очень сложно. В большинстве случаев вы звоните каким-нибудь людям или пишете и просите порекомендовать вам эксперта. В децентрализованной платформе сообщество имеет возможность гораздо более сложными способами, чем то доступно сейчас, и более верифицированными способами определять, собственно, кто есть реальный эксперт, кто есть реальный. Сейчас, например, в LinkedIn на данный момент огромное количество экспертов, которые заявляют себе, что они эксперты. Верифицировать их никак нельзя. Так называемые endorsements в LinkedIn фейк. Потому что кто угодно ставит кому угодно подтверждение, что те или иные навыки проработаны. Собственно, смысл нашей платформы в том, что это ну, что-то типа LinkedIn, но с возможностью осуществления деловых контрактов. То есть можно найти эксперта, проверить его, насколько он адекватен, и тут же заключить с ним контракт, то есть условно заплатить ему некой монеткой, эксперт совершает какое-то действие, например, консультирует, или юрист, программист, неважно. То есть это просто платформа, которая сводит людей, позволяет людям другие точки дойти друг друга, быстро идентифицировать, тут же заплатить. И после того, как сделка прошла, соответственно, вот этот вот так называемый endorsement, он осуществляется на основе бизнес-сделки. Ну, по сути, как в AliExpress. Человек не может поставить другому человеку некий отзыв, пока он, собственно, не проголосует реальный рейтинг. Вот. Собственно, когда мы строили эту платформу, я не буду сейчас подробно о ней рассказывать, потому что я не суть данного выступления, мы столкнулись с проблемой, что да, у нас будет децентрализованное решение, да, сервер с хранением данных может поставить кто угодно. Но как быть, если мы, предположим, не храним данные в блокчейне, а мы не можем хранить данные в блокчейне, как можно хранить 20 вариантов фотографий в блокчейне? Мы опубликовали фотографии, потом передумали, опубликовали новую, а в блокчейне старая осталась, из-за того, что блокчейн не изменяется. Вам нужно научиться изменять контент. Если научиться его изменять, то возникает вторая проблема. Кто угодно, кто станет сервером, а в децентрализованной распределенной публичной сети кто угодно может стать сервером. И если в блокчейне эта проблема решается там, посредством рядовых технологий, то для хранения больших объемов контента, как то фото, видео, музыка, какие-то документы, блокчейн не предназначен, как мы уже определились, нужна другая среда. Вот эта среда, она публичная. Из этого следует, что кто угодно может
стать сервером. Раз ты удобно стать сервером, возникает более сложная проблема. Как у людей, которые друг друга не знают, тем не менее работать над единым проектом так, чтобы не порушить этот проект. Дима немножко рассказывает, по словам, а как, собственно, вы эту проблему реализуете? Да, вот как раз о нашем решении, которое часть нашей платформы, это база данных, и она, в отличие от тех там, решений, которые я перечислил, там блокчейн или там хранилище файлов, она обладает следующим возможностью, она может хранить очень большие объемы данных, она может искать по содержимому этих документов, которые хранили не только по их названиям, а именно и по содержимому, что очень удобно для приложений, которые люди сейчас очень стараются делать на блокчейне. Она открыта для использования всеми, и мы это делаем специально, чтобы все децентрализованные приложения могли ею пользоваться. Кто угодно может не участвовать, так же как, например, кто угодно может майнить биткоин, точно так же кто угодно может участвовать в нашей в работе нашей базы данных, предоставляя свои процессорные мощности для того, чтобы осуществлять операции над данными. И поскольку она открыта для всех, то, конечно же, наша база данных должна как-то решать проблему доверия между участниками, чтобы один участник мог испортить данные другого участника. Ну, для этого блокчейн биткоина, например, использует так называемый Proof of Work, а мы для этого используем Proof of Stake. Возможно, некоторые из вас могут не знать точно, что это такое, да. И поэтому мы сейчас поясним это так, что вы никогда не забудете, что это такое и чем это отличается друг от друга. Мы решили сравнить технологии Proof of Work и технологии Proof of Stake на примере отношений мужчины и женщины. Вот, собственно, как работает Proof of Work? Он работает таким образом. Я парень, мне нравится девушка, я хочу с ней отношения. Но девушка боится, что после того, как я с ней пересплю, я сразу ее брошу. Поэтому она мне говорит, ты сначала поухаживай за мной 3 месяца, а лучше полгода. А потом дружка. Тогда я проверю, что у тебя честное намерение. Это Proof of Work. То есть нужно затратить огромное количество усилий для того, чтобы достигнуть какого-то результата. Есть другая технология. Proof of Stake. Да, вот Proof of Stake. Действительно, если у тебя уже заготовленная репутация, если ты очень богатый человек, ну, например, какой-нибудь Рокфеллер, то, ну, или, например, ты действительно выиграл в лотерею, большие деньги. Вот так получается, что людям с большим стейком вдруг везет и везет по жизни больше, чем тем, у кого стейк нет. Да, именно так. Поэтому Proof of Stake заключается в том, что если у вас большая доля денег в системе, то вы, разумеется, не будете ей кредитить. И тогда Proof of Work и вот эта вот большая потеря времени, она уже не нужна. Так, ну и, собственно, краткие выводы. Да. Ну, собственно, выводы, да, вот мы вкратце рассказали про нашу систему. Наша платформа в целом решает проблемы криптосообщества. Она помогает вам, если у вас есть какие-то идеи по поводу участия в криптосообществе, да, то вы можете с помощью нашей системы, нашей платформы, найти партнеров, оценить их, заключить с ними сделки, проверить даже проекты. Там, сейчас очень много этих ICO. Важно понимать вообще, насколько они рисковы, насколько они действительно собираются серьезно предварять жизнь. Вот. Кроме того, что у нас есть эта платформа, у нас есть ее часть, но которая может использоваться и другими децентрализованными приложениями для того, чтобы облегчить им выход в мир. Это TimeSDB. Она решает проблему децентрализованных приложений, это проблема хранения, поиска информации, проблему доверия. Удобство в том, что она бесплатная, мы ее распространяем как ПО, ее можно взять как угодно. В общем-то, наша мотивация в том, что мы фактически распространяем технологию, которую создали по заинтересованным участникам. Спасибо. Вы сейчас сколько хотите поднять на ICO, которое планируете? Это секрет. Понятно, окей. Давай тогда спросим. Друзья, может быть, есть вот ребята, которые делают своими руками проект и сейчас делают всю маркетинговую составляющую и полностью с нуля делают свой англоязычный такой крутой
знаю, кейс. Если у вас есть проекты, можете сразу, если у вас есть вопросы, можете просто спросить у тех, кто это делает с нуля. Причем это они делают достаточно качественно. Я думаю, что будет результат достаточно хороший. Если хотите сейчас спросить, то это уникальная возможность. Потому что ребята не ориентируются на Россию. У нас самая токсичная комьюнити. Ну, вы сами понимаете. Мы ориентируемся на Россию. Да, да. Но скорее мы, если кому-то интересно по технологии поговорить, то да, мы готовы обсуждать. Мы, если у вас есть проект, которому интересно, как организоваться и по-настоящему сделаться, а не просто собрать деньги, то мы готовы технологически помочь это сделать. Вот как вас знаешь. Ты скажи, вот, допустим, для людей хотя бы там, может быть, одну, две, три вещи, которые главные будут для определения, стоит идея того или нет. Что должно быть в идее? Если вы хотите сделать проект, в котором хранятся огромные, минуточку, не ICO сделать, а проект, а в котором хранятся огромные массивы данных, то вам и он децентрализован, то есть нет единого сервера, а будет комьюнити. Вам нужно научить этим комьюнити управлять. Мы предлагаем методологию уникальную, пока такую методологию не писал никто. Которые, собственно, позволят этим комьюнити управлять, чтобы ваш проект выжил. Потому что если вы все-таки хотите не только ограничиться сбором денег на ICO, а после ICO продолжить работать на рынке, то вам нужны технологические решения, которые, собственно, позволят вашему проекту жить. Ну, поехали. Окей. Ребят, есть у кого-нибудь вопросы? Вот, два вопроса. Можно один вот, джентльмен, который... Еще раз встаньте, пожалуйста, получается. Подожди, контакты? А контакты, ну, визит. Да, визит? Ну, собственно, Тайс Нетворк – это как раз наш сайт. То есть ты его просто сфотка и зайди на него. Да, Тайс Нетворк – это прямо, это именно домен. Тайс Нетворк. Поэтому, если ты брал, то можно набрать, это понятно. Сейчас, я тут еще молодой человек поднял. Да, представьтесь, пожалуйста. Поближе. Меня Давид зовут. А вопрос такой, поближе. Вы концентрировали внимание на комьюнити, я немножко не совсем понял, как это связано. А вопрос следующий. Будет ли какое-то, скажем, бизнесовое применение вашей системы? То есть могу ли я построить бизнес-ориентированное приложение какое-то, да, которое будет объединять, скажем, у меня есть отель, которая есть, так объединяется, да? Мне нужны данные, это ресурс. У человека есть ресурс. Кран сравнительный. Ну вот, да, он хочет его в аренду узнавать, например, 15 тысяч рублей в час. Например, могу я через ваше комьюнити, я называю, такие через информацию получить? Если человек ее опубликует, то да. Это не слив контента, да? Это просто некая технология, которая позволяет крипто-комьюнити при помощи тех технологий, которые интересны ему, вступать в любую связь. Просто чем Виталу спрашивает, можно ли тянуть его с комьюнити? Мы API дадим, да, можно. Но, в общем-то, это не проблема, поскольку это все паблик, можно будет поставить сервер и получить доступ ко всей дате. Окей, да, кто еще не понимал, вот, ну, давайте, мужчина. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Илья, я представляю группу инвесторов, которые считают как. Я читал ваш white paper, очень хорошо написано, очень интересный проект. Вот, у меня такой вопрос вот, технический по базе данных. Вот, у вас там эти революционные такие достаточно идеи, там, у вас прототип рабочий когда-то будет, то есть это вопрос такой, это теория или это уже работает? Мы, собственно, прототип собираемся отбирать по ICO и начать его осенью. Конечно, ну, мы же серьезно к этому делу подходим, мы не хотим делать что-то. Сейчас работает что-то? Сейчас? Нет, сейчас в процессе, да, создается, будет начало осенью. Да, но то, то, что там можно, написано... Можно еще вопросы? Просто не всем хватит, да. Просто чужое время съедается. Вы если подойдете отдельно, то это будет, наверное, лучше. Да. Компания не стартует без прототипа, вот принципиально. Отлично. Вот мужчина за... Да, только там от колонки отойдите, пожалуйста, а то сейчас будет ко мне. Лучше ближе сюда. Здравствуйте, меня зовут Константин Полтик, главный редактор журнала Financial. У меня вопрос очень простой. В чем бизнес-модель? На чем вы собираетесь зарабатывать? Такого рода проекты бизнес-модель очень простая. Это так называемый low-revenue генерящий проект, в котором все стримы этого проекта принадлежат самому проекту. Проект сам себя финансирует, так как у него есть определенные DAO-решения, которые его позволяют ему оставаться сбалансированным. Фаундеры зарабатывают на том, что примайнит себе определенное количество монет на старте. Это классическая экономика подобного проекта. Ну,
говоря, как эфир зарабатывает, растет эфир, Виталик раз. Падает эфир. Виталик опубликовал еще совсем давнишний пост, 25% эфира он продал по 7 долларов. Да, ну, без меня. По поводу. Да, Виталик. Вот тут мужчины и дамы, даже это дамы, да, один. Представьтесь, пожалуйста. А, окей. Джупилер. May I ask in English? Yes. Where do you come from? I'm from Germany. Germany, you're from Germany. I have a question. There are three projects I know of for, let's say, companies already. And there's StoreCoin, there is IPFS, there is the third one was. Big Chain B, for example, yes. And IPFS, they have a broken product. So, how do you compete with them or compare to them? Yes. We compared to them in the sense that we can search through their files constantly. IPFS just holds static files. You cannot find the file you need by the TX or by category or by file content. We store structured data in our database. So everything inside the file is available to be for the search. Do you understand? Okay, and it's public for everyone. So whatever you put on your database is public to everyone. But yes, everything in the database is public to everyone. You can, of course, as well as for IPFS, you can put everything, it will be public, but you can delete it if you don't want anyone to see it. Okay, so I think of Wikipedia as something I would put on your database, but not as a business that needs to keep things secret. But that's up to the people who do it. Отлично. Тут даже англоязычная публика. Пару часов назад я видел фото, как представитель Ford тоже у вас в офисе был. Это совместное что-то? Мы не идут, но это понятно. Мне кажется, инсайды уже уходят, сливаем в Instagram. Вам. Друзья, есть еще у кого-то вопрос? Вот у джентльмена в кепке. Представьтесь пока. Добрый день, друзья. Антон, добрый. Хороший вопрос. Скажите, вы презентацию упомянули, что инфраструктура Ethereum уже срочно очень медленно, а у вас, я не прибегаю, не знаю, повышу вам, а у вас ваш блокчейн будет очень близкий. Да, ну, вы как вы привели презентацию, что вот один из недостатков Ethereum, насколько я понял, который у вас в том числе будет исправлен. Это не недостаток Ethereum, это его особенность. Особенность вообще блокчейн, он действительно такой, вообще блокчейн такой классный, надежный, именно потому что он изменяемый, медленный, осторожный. Ну, окей, это да, понятно. Вот, у нас наше решение, это база данных, она за пределами блокчейна. Она использует блокчейн для очень важных операций, которые не требуют особой скорости. Для хранения данных, для записи и для извлечений, она не использует блокчейн, она идет мимо блокчейна. И за счет этого обеспечивается высокая скорость. Хорошо, а ваша инфраструктура, например, что мы потеряем, да, что очень просто. Насколько она будет быстрее и эффективнее, ну, если в первом приближении, в разы, например, на несколько порядков, как это? Да, на несколько порядков, потому что, собственно, скорость операции, записи чтения в базу, она зависит от количества действующих ног в базе и может быть сотни тысяч операций в секунду. Окей. Друзья, ну, вопросов, да, уже и так, ну, давайте, последний очень коротко, прошу вас, Я думаю, это та история, которая интересует многих, Николай Кикосел. Я смотрю, вы похожи на технари. А как вы устраиваете маркетинг? Потому что, кажется, это сложная структура. А как их поженить, соответственно, выхода на рынки Китая, США, Великобритании и так далее? А каким путем вы идете? Следите ваш инсайт. Во-первых, у нас есть маркетинговые партнеры очень сильные. Во-вторых, у нас есть технологии, которые позволяют прямо в LinkedIn контактировать с людьми и предлагать их присаживаться к нам. То есть у нас, ну так бы строить свой бизнес на другом своем бизнесе, мы умеем профессионально делать очень крутых веб-краулеров, которые очень сильно умеют парсить у разного в интернете.
Вот. И если вы посмотрите на наши соцсетки персональные, в частности на LinkedIn наш, то там просто десятки тысяч партнеров уже готовы с нами работать. И это не просто единицы, это блокчейн-комьюнити разных стран, которые готовы так или иначе с нами взаимодействовать. В плане маркетинга все хорошо. Отлично. Спасибо. Друзья, давайте поддержим просто технарей, да, которые реально делают. Спасибо. Вот ребята сейчас выступили, а самое интересное то, что их технологию применила одно уже из известнейших ICO, которое собрало много миллионов долларов, ту часть продукта, которую они когда-то разрабатывали. Это маленький инсайт. Пацаны, наверное, скажут, дома что-то делаешь. Тем не менее, то есть ребята делают сами, делают это качественно, дай бог, чтобы у них все получилось. По крайней мере, я думаю, что это будет один из тех проектов российских, которые, ну, по крайней мере, в этом сентябре прогремят очень интересно и весело. Друзья, ну что, переходим к следующему. Сейчас мы поговорим про токенизацию активов. Например, смотрите, есть такой пример. Что можно засунуть в токены? Вот, например, есть телефон. А если представьте, что этот телефон оцифровать и сделать его частично в виде токенов на какой-нибудь бирже. Есть часы, есть, например, что-то еще, машины и так далее. Я думаю, что кейсы более подробно о токенах, как их использовать, как можно токенизировать. И о платформе, которая сейчас очень широко внедряется именно в банковском сообществе. И один из первых проектов, который получил принципиальное согласие от московской нашей биржи, расскажет об этом Виталий Дубинин. Виталий, прошу тебя. Сегодня мы говорим с вами про страшную скучную штуку, как токенизация. Собственно, бизнес нашего банкекса состоит из трех больших компонентов. Первый – это криптоинвестбанк, это структура, которая помогает вводить ICO, которая помогает строить бизнес-модель, правильно писать white paper, устраивать уже наличные модели. Здорово. Ну, чтобы она была состоять, потому что с камином неинтересно. Вторая большая структура банкекса – это банкекс-лаборатория, которая уже производит компании, стартапы по заказу финансовых организаций, либо чувствуя какой-то очень большой вакуум на рынке, мы заполняем его каким-то продуктом, после чего там так или иначе компании должны поплатить. То есть такой бизнес наружу немного. Очень VC-френдли. Если как бы токенизации для венчурного капитала нет, уже по большому счету нет. Деньги от токенизации и вот ICO гораздо дешевле и проще получается, чем от VC. То в случае с банкекс-лабораторией потенциал для VC какой-то остается. И третий – это банкекс Foundation, это фонд, который будет развивать технологии блокчейн, который будет продвигать и криптотехнологии, как мы их называем, и блокчейн-технологии в массы. То есть это такой open-source проект, настроенный главным образом на инвентаризацию вообще всей индустрии. То есть это исключительно нон-профит во имя светлого будущего. Поговорим с вами про токенизацию. Итак, представим, что у вас есть какой-то актив. Любой. Любой актив, который у вас есть, он имеет стоимость, но очень редко имеет ликвидность, если это не деньги. Допустим, не знаю, какой-нибудь очаровательной девушке, которая присутствует на нас сзади, есть золотое украшение. Это актив. Можно ли его продать? Ну вот так просто здесь, учитывая, в принципе, массу аудитории, как-то можно продать, но все равно не будет стоимость рыночной. То есть актив стоимость имеет, но она не очень ликвидна. Так что то же самое с недвижимостью, в случае, если нужно продать ее быстро. Если ликвидационная стоимость, есть как бы рыночная стоимость, они коррелируют в зависимости от пропорции жадности интересанта. Собственно, мы и создаем технологию как цепь, скажем так, именно технологических продуктов, юридических продуктов и экономических продуктов структурированного финансирования, которые позволяют делать продукты, которые не имеют ликвидности, активы, которые не имеют ликвидности, мы добавляем им ликвидность. То есть мы создаем так называемый протокол ликвидности, как мы его называем. И, соответственно, главное value для наших многочисленных клиентов, которые стучатся ежедневно, очень это лестно, но, к сожалению, мы не можем все интересы удовлетворить, мы выбираем клиентов, которые подходят под стратегию банкекс, нашего большого вот этого банкекс-лаборатории в Кубанке. Это обеспечено активами ICO, ну, не секретизация, а токенизация. Секретизация – это процесс, когда, например, у банка есть миллиард, допустим, автокредитов.
Да? Вот этот миллиард лежит у него на балансе, он ничего с ним делать не может, по большому счету. Он получает там по 1000, 2-3 доллара с каждого владельца машины в течение там, 3-5 лет. В случае с ипотекой та же самая история, человек повыше, 40 больше. Банк может выделить какой-то пул активов по определенному критерию, например, выбрать заемщиков, владельцев машин, там, мужчин 25-45, то есть самых здоровых, самых активных, самых платежеспособных, с минимальным уровнем дефолта, взять этот пакет активов, продать на SPV в Люксембурге или в Ирландии, выпустить под нее ноты, ну, бондовые, облигационного типа обязательства, типа бондов. Они расступаются институционными инвесторами, и преимущество для банка в том, что он мгновенно сбрасывает весь этот актив с своего баланса. То есть он не получает по 1000 долларов с 1000 человек в течение там, 3 лет, он сразу получает там 200-300 миллионов долларов, сразу, мгновенно, и пускает в оборот. Плюс есть еще capital relief, когда банки обязаны держать против своих активов резерв в виде 8% по второму базе. Соответственно, банки получают освобождение от capital relief и 8% от своих активов, которые они секьюритизировали, они могут запустить дальше оборот. Это секьюритизация. Это очень сложный, высокотехнологичный, юридический, экономический продукт. Он относится к продуктам структурированного финансирования. Токенизация — это примерно то же самое. То есть мы берем пул активов и выпускаем под них токен. Но в случае с токеном мы не подпадаем под регулирование. То есть в случае секьюритизации мы выпускаем security, ценную бумагу. Соответственно, мы подпадаем под требования там, европейского проспекта по ценным бумагам, подпадаем под требования СЕК в США. В случае с токеном ничего этого пока нет. И неизвестно, как это появится. То есть законотворчество двигается, конечно, в сторону легализации, так или иначе криптовалют, токенов и прочего, но пока мы отстаиваем технологии. И есть подозрение, что технологии будут опережать этот процесс какое-то время. Но постепенно гайки начинают, конечно, заринчивать, но я думаю, все не заметили никогда. Все, уже жизнь выпущена не будет. Соответственно, мы с помощью токена можем взять какой-то актив, который не очень ликвиден, но ценен при этом, и сделать его мгновенно ликвидным. Всем понятно? Есть те, кто не понял это? Слушайте, все поняли, потрясающе. Кто не понял? Я вам отдельно потом объясню. Зайдите. Так, итак, давайте с вами поговорим, как открыть ценности, которые, скажем так, заперты. Они существуют, но не ликвидны. Им нельзя просто взять и распределить. Стандартный путь — это секьюритизация, о которой мы вам рассказали, и токенизация — это новый процесс. То есть мы берем здесь технологии блокчейн, мы берем последние достижения цифровой революции, либерализации, вседоступности капитала, прозрачности транзакций, траста и прочего. Посыпаем всеми технологиями традиционными секьюритизации, на выходе имеем токенизацию. То есть конечная единица, товарная единица, которая возникает в результате этого структурированного финансирования, криптофинансирования за это, это не секьюрити, не ценная бумага, а токен. Давайте с вами посмотрим на то, как тот или иной актив может становиться ликвидным. В этом есть шкала. Вот есть, например, там, торгуемые акции, да, на NASDAQ, на СДБ, на NYMEX, где угодно. Мы эти акции можем реализовать с помощью брокера, с помощью цифровых каких-то терминалов, мгновенно, так же, как и купить. То есть едва ли там секунда задержки существует. Форекс примерно то же самое. Если это не брокер, а вы покупаете настоящую валюту, то, соответственно, тоже происходит очень быстро. Если вы покупаете over-the-counter, OTC, банды, то это происходит в течение тоже очень быстрого периода. Если мы говорим про банды классические, то это 6 месяцев. Если это private equity, это 10 лет. Недвижимость тоже несколько лет. Институционная недвижимость еще дольше. Институционная инфраструктура вообще сумасшедшая. Горизонт мы не доживем столько. 50-60 лет. Ну и предмет искусства, который становится дороже после того, как уже умер не только тот, кто их нарисовал, но и тот, кто их купил. То есть ценность для нас, людей, сегодняшнего дня невелика. Соответственно, мы создаем, помимо вот этой технологии, мы создаем еще целую концепцию банка как сервис. То есть и Греф об этом говорит, и многие другие известные, умные, замечательные люди, что банк со временем станет своего рода маркетплейсом, где будут встречаться люди, которым нужны деньги, и люди, у которых есть деньги. Банк как начальный хранитель капитала, как обеспечитель средств накопления, он уже отходит в небытие. Банк превращается, по большому счету, в процессинговую платформу.
Причем возможности банка, как процессинговой платформы и собственные активы, уступают тем возможностям, которые сулят банку посредничество. Это все крупные банкиры уже поняли, все уже бегут в блокчейн, просто быстро. Не все это видят, потому что они бегут там по своим каким-то коридорам. Но, в общем, это уже происходит. Здесь очень интересный слайд. Давайте попробуем про него рассказать. Не, наверное, это уже слишком интересно. Да, господа, боюсь, это не очень. Слайд в таком разрешении мы не рассмотрим. Посмотрите его отдельно, это человек, который будет сохраняться организатором презентации. Но, по сути, здесь объяснен механизм организации, когда у нас есть актив, когда у нас есть сервисы, когда у нас происходит вот этот магический процесс магии, как мы его называем, организация активов, когда у нас выпускаются через SPV какие-то облигации, которые идут либо на публичную биржу, либо когда через криптобиржу уходит токен. То есть все это я вам уже рассказал без схемы. Здесь схема, которая это куда на хайлевел уровне выясняет. Текущий объем рынка, который постоянно растет, сложно сказать, насколько 50% он растет, но 10 миллионов. Ну, я думаю, цифры это очень критично. Сколько теннисных мячей, теннисных автобус, но очень много. Непомерно. Соответственно, как это может быть реализовано на примере? Например, предположим, в ломбарде лежит золото. Оно имеет стоимость. Имеет оно ликвидность? Нет. Поскольку оно является своего рода обеспечением по займу ломбарда, им нельзя распоряжаться по закону ломбарда. То есть у них это золото лежит в килограммах совершенно легкого груза. У нас даже есть проект, который мы консультируем, желаем всяческого успеха, называется Gold Mint. Когда специальный такой микросейф, кладется какое-то золотое изделие, оно обмеряется предметным сканером, взвешивается сверхточно. Соответственно, мы понимаем объем, понимаем массу, можем вычислить плотность. Понимаем качество этого изделия, золотое оно, с примесями, уровень, неуровень. Примерно его оцениваем и позволяем таким образом выпустить цифровой аналог, крипто-токен, на обеспеченное этим золотым изделием. Таким образом, ломбард, который сидит просто на этих активах, ничего не может с ним сделать, как банк, про который он рассказывал. Да, он сидит на миллиард автокредитов, на 2 миллиардах ипотек и получает там по копеечке, по зернышку от огромного мешка зерна, который он раздал желающим. Здесь наши замечательные владельцы ломбардов могут сразу получить дополнительную кредит и выдать еще больше взаимно страшущим. Здесь, собственно, то, о чем я рассказывал в самом начале презентации, структура нашего банкекса, это лаборатория, Криптоинвестбанк и фонд. У них разные цели, разное руководство, но Uber такая цель одна. Это либерализация технологий, обеспечение доступности технологий максимальному количеству интересантов. То есть наша конечная цель в том, чтобы не пусть убить банки, но по крайней мере пошатнуть их монополию на выдачу денег. Чтобы банки становились исключительно процессорами. Кстати, это не менее интересно для них самих, потому что транзакционные доходы чаще интереснее за счет оборачиваемости капитала, чем традиционные виды дохода для самих банков. Собственно, про банки Слава я рассказал, мы создаем финтех-площадки, продаем стартапы банков. Здесь у нас наша платформа для как раз перевода активов реального мира в крипту. Давайте еще один пример. Для того, чтобы понимать, насколько технология универсальна, возьмем какой-нибудь ценный сырье. У нее залежи лития в Бразилии. Вот лежит этот литий типа земли. Чтобы его добыть, построить обогатительный какой-то комбинат, расплавить все это с литий, отправить в Китай, чтобы потом это все стало батарейками в наших телефонах. Нужны деньги. Допустим, мы знаем по данным геологической разведки, которым в принципе положено доверять, что залежи там на 3 ярда, например. Да? Построить обогатительный комбинат, который сможет уже эти капать литий, обогащать его стоит 100 миллионов долларов. Дальше это решалось с помощью проектного финансирования. Это очень сложная юридическая сделка, экономическая. Делается на 15-20 лет. Все время нам рассказывали во Франкфурте, где я учился, про одну историю, когда пытались, по-моему, Siemens пытался проложить телефонные линии в Индонезии. Слава богу, что пока они согласовывали сделку несколько лет, пришла сотовая связь. Иначе бы 100 островов в Индонезии, они кабельные прокладывали бы просто до Майкопкиного загорения. Здесь мы можем обеспечить
владельцы такого интересного актива, как залежи лития, ликвидностью сейчас. А инвестор, который поддерживает, соответственно, этого организатора и этого предпринимателя, и группы предпринимателей, которые собираются таким образом выпускать свое сырье на внешний рынок, мы поддерживаем 7-минутным капиталом. Им не нужно будет ходить кланяться венчурным инвесторам, не нужно будет ходить в долги и банки, не нужно будет давать залоги. Они, по сути, разделяют свои риски с неопределенным кругом лиц и разделяют свои доходы с неопределенным кругом лиц. Допустим, вернемся к экономике. Есть 1,5 ярда залежи лития. По сегодняшней рыночной цене не исключено, что она сохранится только в лучшую сторону. Лития – это зимний металл, его больше не становится. Нужно 100 миллионов, соответственно, берем какой-то запас 110 миллионов, выпускаем на них токен, начинаем его покачать, добывать этот литий, отправлять его в Шэньчжэнь. А инвесторы этого лития получают долю доходов от этой организации, от всего этого процесса. Это хорошо инвесторам, это, безусловно, прекрасно для владельца этого ценного, но не ликвидного актива. Чем это хорошо для инвесторов? На самом деле, краудфандинг через крипту открыл двери для людей, которые раньше никогда не были инвесторами. Для того, чтобы стать инвестором, допустим, в США, ну, свыше 10 тысяч долларов, нужно иметь социальную квалификацию, разрешение. Сейчас инвестировать в любой проект может кто угодно, любой сидящий замер. Владелец какого-нибудь швейного комбината в Китае, который шьет там какие-нибудь, не знаю, сапоги, носки, зарабатывает миллионы долларов, не знает, куда идти. По сути, где технику в Китае. Там рынок ценных бумаг просел в два раза. Они едут к какому-нибудь племяннику, у которого майнинговая ферма, дают ему чемодан кэша, племянник отсыпает им битков. Дальше что с этими битками делать? Смотреть, как они колеблются по рынку, колебаться вместе с этими битками, бриллианты. Они начинают эти битки вкладывать в ICO, потому что количество ICO, которое сейчас уходит, оно запретилось, там огромное количество. Но среди этого навоза как бы попадаются настоящие жемчужины. Ripple, ну, много примеров. Сейчас больше услуг, конечно, негативных примеров, но есть очень хорошие примеры. И, соответственно, равномерно дистрибутируя свои риски, эти непрофессиональные инвесторы, но владеющие капиталом, могут позволить свою компанию входить в компании, которые раньше для них абсолютно не рассказывают. Пусть там какая-нибудь бабушка, у которой швейная фабрика в Китае, может купить себе долю залежи лития в Бразилии. Ну где это еще можно сделать? И никак это нельзя было сделать, никогда раньше не было. Соответственно, она вкладывает там свой миллион рублей по разного рода проектам в крипте. 10 проектов провалились, 3 проекта сыграли, крипта увеличилась в 100 раз, потому что риски очень высокие, миллионы очень большие. Бабушка большая. А как эти залежи лития, ну, ей контролируются, что они будут добыты, проданы? Это очень хороший вопрос. Это самая большая проблема, на которой сейчас бьется комитет. Если кто не расслышал вопрос, я вас учу. Как контролируются залежи лития? Здесь главный вопрос вообще блокчейн-технологии – это траст. Должно быть доверие. Доверие – это формируется слепую иногда, когда люди вкладывают просто в любой маломальский интересный проект. Сейчас токен даже по Star Wars выпускают, по Звездным войнам, кто-нибудь фаншит. Не очень понятно, что за нее можно купить. Может, Звезду смерти наконец-то построят. Вот. Но, тем не менее, это факт, его реально выпускают. То есть должно быть сформировано, скорее всего, здесь та же история, как при получении кредита в банке. Вы приходите в банк и говорите: «Здрасте, я Иван Иванов, вот я хочу получить 100 миллионов долларов для своих залежей лития». Ну, банк в случае вежливо откажет, в лучшем случае. В случае, если приходит Иван Иванов, который до этого построил несколько шахт, несколько фабрик и прочее, может это все подтвердить, банку это кредит даст. Здесь я думаю, что абсолютно аналогичная история. То есть предприниматели с хорошим трек-рекордом, они формируют вокруг себя траст. Потому что жизнь одна, и время, которое нам отведено, крайне ограничено, вряд ли люди будут все время заниматься скамами. Большинство людей все-таки занимаются. Ну, это оценочное суждение, но тем не менее. Большинство людей все-таки настроено на реальный бизнес. А юридическое есть что-то? Это большое, есть куча технологий, куча юридических фирм бьются над этим. Вот proof of asset – это единственная сейчас очень сложная проблема, которая должна решаться. Мы ее решаем. Она в процессе решения. Есть несколько… Смотрите, здесь нельзя бинарно судить, да, решена, не решена. Здесь, к сожалению, очень много оттенков серого. Ну, извините за аналогию. Я встречался в Копенгагене, вот только что на Мани-2020, с своим преподавателем Инвестбанка на ресторане. 12 лет не был здесь.
Я его спрашиваю, там, доктор Лоренцо, как нам дела во Франкфурте, думаете ли вы за блокчейн? Он говорит, конкретно думаем за блокчейн, ищем, каким образом его начать регулировать. Он говорит, он торгует страхом. Он чем больше напугает владельца актива, тем больше он заработает на всяких вот этих юридических схемах, которые он ему предлагает и продает за большие тысячи долларов, сотни тысяч. То есть процессы по легитимизации идут, есть интересные находки. Нужно просто время для их адаптации. Нужна юридическая практика, судебная, прошу прощения, практика. Нужно принятие комьюнити. Комьюнити, кстати, несмотря на то, что это слово такое абстрактное и ничего, как казалось бы, не значит, играет колоссальную роль в блокчейн-технологиях и в криптофинансировании. Комьюнити, эти люди, которых вы никогда не видели, которые никогда не видели нас, могут зайти, прочитать white-paper, расковырять там какую-то интересную штуку и потом принести это все на публику. Такой аудит не снился никакому банку. Скам много, потому что просто много шальных денег. Не все готовы смотреть, как биток проваливается на 20% денег. Не все. Или там эфир на 20% денег проваливается. Некоторым морально приятнее вложить какие-то неизвестные, но перспективные деньги, надеюсь, что мультипликатор будет 10, 20, 100. В случае там с хорошими криптами это будет 10 тысяч. То есть имеется такой, как вам сказать, голландское казино. Да, элементы голландской болезни и казино. Все ставят и просто фишки вот так вот свет поставлю. А там что выпадет? Выпадает, кстати, пока неплохо. Я думаю, что сейчас вот этот дикий запад, который существует в ICO, да, полное отсутствие правил, беспредел, кидалы, всякие жулики, их вымоет рынок со временем. Если в России, например, вот мы проводим свое ICO, мы 1,5 миллиона долларов продали за 3 дня, вообще не напрягается. Все равно переподписки. Я сам в это не верю, но это факт. Просто если я это не видел, я бы не поверил. То есть мы прилетели вот в Данию, на Копенгаген, стенд поставили, у нас уже первые. Мы так срочно там прервали все, потому что не вторые, они к вечеру кончили. А на следующий день мы вообще прежде всего закрыли, потому что за 3 дня мы вниз продали все. Мы при этом особо ничего не делали. Я не могу сказать, что нас зачем уже купили. Или кто там ходил. У нас в основном Перу, ну, не могу говорить про Штаты, не имею права. Вот, а Китай берет хорошо. То есть приходят люди, которые, например, да, у нас были инвесторы, там, friends and family, да, приходят, посмотрят ваши софты и так далее, они что приносят, готовы ваши токены купить. И приходится по часу рассказывать, что мы делаем, как мы делаем, зачем мы это делаем. В конце концов, мы просто перестанем это делать. Потому что время, которое мы не тратим, не сопоставимо с теми деньгами, которые мы можем получить от крипто инвесторов, которым вообще ничего не надо. Они нас не видели, не слышали. Они видят, что люди с опытом. Люди там со всякими макинзами и прочими страшными словами в резюме видят, что люди на рынке не один год, и что, собственно, они не собираются на эти деньги купить банки и развить их отстойно. И они вкладывают несопоставимо больше денег, чем при физических вещах. То есть крипторынок более доступен, более лоялен и более открыт к риску. Потому что эти люди живут риском. Многие просто майнили эту крипту, она у них ничего не стоит, она лежит просто при кисах. Ну или там. Очень сильно волатильность ведет и человеку лучше куда-то положить, остаться с ним, чем смотреть, как она дергается. Давайте, наверное, ну, здесь вот какие-то наши фонды, мы топ-48 стартапов в мире, по финансам считаемся. Я не согласен с этим, конечно. Ну что делать? Вот пример как раз этого Голдминта. Такая коробочка. Мне очень нравится. Лучше это перевеснуть. Почему? Ну, потом скажу. Ладно, окей. Здесь почему-то я еще с волосами, ну ладно. А, и наш мэр. В общем, я думаю, что самая интересная часть моего доклада – это ответы на ваши вопросы. Поэтому, если у кого есть вопросы, спрашиваю. Раз, да, раз, с микрофоном, как подходите. Подожди, дай я пару комментариев добавлю. Диман, ой, Виталий, прости, пожалуйста. Ничего страшного. Задумался. Друзья, кстати, небольшой инсайт, если что-то их даю прям много. Один из... В общем, одна из высоток Москва Сити хочет токенизировать свои активы через банк X. Ну, слушай, у нас несколько десятков клиентов, я могу про каждого рассказывать. Окей. Просто интересный кейс про блогеров. Нет, там немножко другая история. Жили пришли с недвижкой, а мы немножко раздули эту историю. Ну, давайте расскажу. Да, вот пришли, да, забыли про Москва Сити, забыли про все. Люди пришли, они хотят построить здание. Серьезные мужики с большими миллионами, честно их заработали. Красавцы. Все хорошо. Они говорят, мы хотим здание сделать цифровым. Я говорю, господа, прекрасно, выпускайте токен, который будет обеспечен вашим зданием, а платформу по управлению коммерческой недвижимостью, вот эту цифровую платформу, это серьезный ноу-хау. Это интернет-вещи, это там,
в том числе блокчейн, там, там приходили другие дядьки из коммерческой торговли недвижимости, которые управляют сотнями тысяч квадратных метров торговых центров, они давным-давно потеряли контроль над этими методами. То есть им для управления сетью отчетности очень нужен блокчейн, правильно. Но это масса маленьких групп интересантов для того, чтобы они наконец-то начали понимать здоровое помещение, пустое помещение, там уже вместо закона выехали, не знаю, подтяжки и заплатили налог по начальнику охраны. То есть это так, когда миллион квадратных метров торговой недвижимости сложили управлять имуществом. Вот. И, соответственно, платформенное решение, которое может быть сканировано на весь мир, несопоставимо больше, перспективнее и привлекательнее для инвестора, чем какая-то высотка с остановленным 30% дисконтом, который есть в России, расположенный в своем уровне дорогом месте. При этом инвесторам, которые некоторые идут в крипту, инвестируют в крипту спекулятивно, в надежде на вот этот голландский рост и на надежды на пути, а некоторые как раз наоборот, они по менталитету ближе к хедж-фонду. Им гораздо приятнее вложиться что-то мультипликатором 1.5-2, но вот иметь что можно пощупать руками, да? И вот этот объект недвижимости для них как раз это гарантия того, что они получат 1.5-2 мультипликатор, пусть будет иметь апсайд на технологии, которые будут распространяться на конечную недвижимость. Но мне кажется, это понятно объясняет. Тот просто люди, которые обладают каким-то финансовым бэкграундом, смогут понять. Потому что ну, я слышал, что ребята сейчас ведут консультации с консенсусом в Нью-Йорке. А это, как вы знаете, самая крутая организация, которая делает все мероприятия в мире по блокчейну. Это просто топ. Это не то, что топ, это прям архи-топ. Ладно, друзья, я бы назвал это консультацией. Мы показали консенсусу нашу модель, они говорят, у нас такая же. Консультация на этом. Выбирает такие пацаны, да, в конце концов. Друзья, если есть вопросы, просто человек, и вот еще был молодой человек. Да, да, да. Вот, подойдите сюда, пожалуйста, чтобы вас видели, вас еще будет все снимать. Представьтесь сюда. Рафаэль, меня зовут, добрый вечер. А как бабушка с сожжением фабрики будет следить за ростом своих вложенных криптов? Ну, простой ответ, ну все же видно. Все публично, пишет. Следующий. Ну нет, я имею в виду, если следить за волатильностью крипта и за нет, смотрите, все данные открыты. Вот потому что блокчейн, что все открыто, если это неправильный блокчейн. Если паблик блокчейн в публичной бирже, все данные открыты. Бабушка в прямой момент может посмотреть, что там происходит с той валютой, которую она вложила. Хорошо, спасибо. Ну извините, Павел, это простой ответ. Давайте тогда вот перейдем к нам. Нет, сначала тебе уже потом иди отойди микрофон сейчас же. Николай, ну ты прям. Или мы познакомимся, вам? Отлично. Это камелия, которая есть. Здравствуйте, меня зовут Камелия. Я здесь у вас милый криптоинвестор. Очень нравится ваш проект. Вопрос. Что вы думаете про оптимизацию таких активов, как деловая репутация и коммерческая конкуренция? Да, был такой вопрос у нас на метапе со Сбером. Ну, смотрите, оптимизировать можно все-таки тот актив, который так или иначе ликвиден. Ликвидность может быть в виде ревеню. У нас был вопрос про IP. Он немножко похож, интеллектуальная собственность, он немножко похож на Goodwill, про который вы сейчас спросили. Вы же про Goodwill спросили. Ну, так на русском языке это сделали. Вот, то есть предположим, что вы обладаете книгой. Это интеллектуальная собственность. Вы написали книгу, да? Допустим, вы не сделали прекрасную фотосессию в Инстаграм. Не исключаю. Она имеет какую-то стоимость. Но эта стоимость, если она не имеет какую-то выручку, например, вы не являетесь там, известный инстаграм-модель, на которой там подписаны журналы, печатают их потом физически, вы просто станете в интернете, раздают рекламу на там ваш замечательный инстаграм. У вашей интеллектуальной собственности нет производной в виде выручки. Вот если то нематериальный актив, о котором вы говорите, да, как Goodwill или IP, не имеет какой-то прогнозируемой выручки, оптимизировать его, ну, я считаю, невозможно. У нас был вопрос тоже про пианино. Можно оптимизировать пианино? И да, и нет. Если это просто пианино у кого-то на даче, нет. А если это пианино любимое Мацуева, которое на нем гастролирует, да, потому что оно сдается в аренду, Мацуев на нем собирает полный зал, и как оно выглядит выручку. Но это физически активно, ну как бы модель вы поняли, должна быть выручка. Должно быть какой-то вот этот underlying asset, который обеспечивает производный, ну, вот эту стоимость, которая драйвит дериватив. Или это не в виде ценной бумаги дериватив, а в виде выручки дериватив. Должен быть обязательно какой-то актив, который производит дериватив. Если актив без дериватива, то индексировать нельзя. Ну, дериватив без актива тоже не бывает. Да, пожалуйста, вот этот молодой человек, представьтесь, да. Вы третий, четвертый. Павел Александр. Такой вопрос. Ну, насчет Proof of Asset вы уже сказали. Было бы интересно, как вы будете производить Proof of Transactions. Ну, то есть, условно говоря, в нашей стране... Это просто получение судебных. Тоже простой ответ. Нет, это, конечно, хороший ответ, но юридически все равно мы никак не защищаем.
защищены. То есть, по сути, у нас вот сейчас любые транзакции через банк, которые вы проводите, я вас по банку ее обеспечиваю. Ну, нет, банк не берут, перестаньте бросать слово обеспечивание, нет, действительно, какое обеспечение. У нас право, которое нужно защищать юридически, возникает в начале и в конце. В процессе его не существует. Это хорошо и плохо. То есть, по сути, после того, как вы крипту захотели пойти купить хлеба на свою крипту, вам нужно вывести ее в фиат. Ну или найти того продавца хлеба, который продает этот крипту. Соответственно, тот инструмент защиты и легализации вашего актива, он вам нужен в конце, когда вы, соответственно, продаете ему крипту. В процессе транзакции в этом необходимости нет. Это обеспечивает блокчейн за счет своей распределенности, если это правда, и за счет, соответственно, общего роста по этим данным. Одного вопроса. Да, давайте, знаете, да. Николай, один вопрос. Вы можете со мной потом в кулак пообщаться. Да, вот мужчина вот потом. Здравствуйте, меня зовут Геннадий, представляю. В общем, такой вопрос. Что делать, если цена актива, которая обеспечивает этот токен, падает? Цена золота падает, а ваше дело, что он делает. Если для того, что этот вопрос, этот ответ находится в пределах вашей собственной предусмотрительности. То есть токен – это дериватив. Только дериватив купили ценные бумаги, да, и не подчиняется ЕСДА, это наш Swapping Derivative Association. Он не подчиняется, он существует вот в этом криптопространстве. Если у вас underlying asset, обеспечивающий базовый актив, там каким-то образом фигуратирует или падает его цена, соответственно, всегда это цена и дериватив. Что с ним делать? Ну, бросайте, продавайте, решите, по вам подскочит. Обеспечение со стороны того, кто выпустил, хороший проект, который говорит, что вот наш токен обеспечен ценой золота. Вот, собственно говоря, эфиры, которые они продавали, упал в цене, а золото осталось. И получается, они сейчас в минусах. Я не знаю этот кейс, чтобы о нем предметно говорить, потому что пример такой, простите, немножко обывательский. Это похоже на своп, то есть если сработал своп. Ну, бывает валютный своп, бывает credit default swap CDS. Я не знаю, как они свопировали или вообще эту сделку. Но мне очень сложно прокомментировать. Если они выпускали токены, обеспеченные ценой золота, то есть получается там постоянный ордер на выкуп золота, то есть ты приходишь, даешь эти токены, получаешь золото в обмен, или как это работает? Может, они просто кэшбэк взяли, собрались и решили, что наш токен сегодня обеспечен ценой палате. Вот мы так вот пили вечером, не добились до палате. Я не вижу здесь просто никакого обоснования. Или мне нужно глубже повернуть в тот кейс, о котором вы говорите, потому что смогут обнять, я сказать, я шутил. Но, в принципе, это такая же ситуация, как с долларом. Сегодня я купил доллар, не знаю, по 30, если у меня это актив образный, просто для... Для простоты понимания, да, отлично. Он у меня упал, если я долларом не управляю, ну, значит, сам два. А если я правильно его там реинвестировал, хеджирую риски, там, диверсифицировал активы, то все нормально. Ну, диверсификация и хеджирование никак не связаны с перформансом базового актива. То есть базовый актив, он ведет себя так, как он себя ведет. У него уже миллион причин. Цены на нефть, внешняя политика США, внутренняя политика США, ставка ФРС. Окей, и миллион причин, почему идет корреляция какая-то на курс доллара. Вопрос просто про инфлинг там на золото. Да? Открыли в Узбекистане новый залежи золота. В два раза больше, чем доллара. Ну, как бы цена, наверное, начнет приседать. Теоретически. Так, черт возьми, значит, не будет. Про это будут и есть эксперты. Ты про YouTube кейс можешь рассказать? Окей, ладно, давайте тогда. Наверное, последний вопрос лучше. Хорошо, последний вопрос тогда, чтобы, если есть еще вопросы. Просто Виталий разбирается в этом деле именно с точки зрения финансовых, вот, молодой человек в костюме. Да, представьтесь только, пожалуйста. Не очень молодой человек. Вы знаете, я сам вот Коран, я хотел бы спросить. Владелец актива, который затокенизировал свой актив, он получает криптовалюту. Вот насколько ликвидность позволяет ему потом, потому что для финансирования его проекта ему понадобятся живые деньги. Позволяет ли ликвидность именно вот уже криптовалюты реализовать ее быстро, в том объеме и там, по тем ценам, по которым, грубо говоря, прошла цена картины? Ну, в целом ответ да. Вопрос в том, что есть несколько технологий, как это сделать безопасно. Определенные потери, как при обнале, будут. Потери сейчас в районе 7% считаются. То есть, поскольку это надо перевести в фиат, нужно выбрать правильный налоговый режим для этого. Соответственно, это либо Сингапур, либо ЦУП.
Я не могу вдаваться в детали этого, не потому что не хочу, а потому что их очень много, они меняются постоянно, как происходит динамика. Но в целом я прекрасно вас понимаю. Мы сейчас живем в мире, который отстал от технологий, наш реальный мир. Если вы сделали успешное ICO и получили объем PP, вам нужно вывести его в фиат для того, чтобы, собственно, обеспечить цель вашей ICO. Да? Ну вот вы решили там пикинизировать производство в высоте, это предположим. На титановый вариант лучше не себе в космос для каждого человека. Вам нужно в любом случае титан в России, купить в Китае там, механику для этого и так далее и тому подобное. Абсолютно верно. И они, как правило, фиатных валют. Объем принятия PP и ликвидности PP растет. Мы за конференцию в Барселоне 23 камеры. Да, я улыбаюсь. То есть за конференцию можно, а там за... А там конференция по получению. Да, 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 и финансовые вопросы, кто в какой юрисдикции после ICO кэшевает. Есть, есть несколько подходов, как это решать, и они держатся на самом деле, ну не то чтобы в тайне, но как в очень крупном кругу. Потому что они находятся в высокой рисковой сфере, нет регулирования. Хорошо, ну, давайте так, чтобы, ну, сейчас у тебя вопрос. Пошли просто глубину в живых деньгах, скажите, то есть, сколько, какая длина ликвидности? А, ну это ярды, не переживайте, ярды долларов в день. Не переживайте. Вы, если, допустим, вот вы зарегистрировали аккаунт на Кракене, там нужно подтвердить как-то имейлом, что ли, и 50 штук можно выводить в месяц. По-моему, 50. И 10 денег. А? День 50, да? Вот, еще лучше. Это второй уровень, там есть третий уровень. Если вы в Кракен паспорт отправили, там, по-моему, еще больше. То есть вы сделали там 5-6 аккаунтов, которые вы раскидали, соответственно, можете вывести там миллион в день. И обеспечить, собственно, покупку бетки и нового костюма. Коллеги, давайте последний, вот, 30 секундный вопрос. Вот мужчина в желтой и потом вот с галстуком. Добрый вечер. Игорь, вот возвращаясь к вопросу Армена и Карена. Карена, прошу прощения. Велосипед титановый. Вопросы давайте. Задаю. Вот мы их начали это реализовывать, продавать. А вот те люди, которые купили эти токены, как они могут получить тех велосипедов, которые уже давно в фиат продаются? Есть несколько методологий. Все они такие, тоже очень сложные, потому что это, по сути, дивиденды, если дивиденды сразу становятся security, это очень сложно. Это тема не точно не для выступления, потому что, опять же, выступает в силу несколько методов разной степени секретности, как это можно сделать в рамках права. Не потому что люди, которые занимаются этим, жулят. Просто пока это не регламентировано еще правом в полной мере. Потребность это очень большая. Но правовую логику мы видим как на уровне прецедентного права, так и на уровне кодифицированного права. Это вообще статическое развитие. Если прецедент вообще может быть каким-то регулированным в последнем будущем, то кодифицированное право, пока немцы дойдут до кодификации всего этого дела, это и против. Ребят, 30 секунд, все, вот там в костюме молодой человек вот сидит в проходе, вопрос хотел задать. С галстуком, да? А вот не прошел вот, да. И все, и я с тобой потом поговорю о Дэви, как он следующий человек. Все, да, все, да. Окей, друзья, давайте тогда просто поддержим Виталия, профессионал президента. Очень много поздравляю, и я желаю вас сегодня вопросы. Такое ощущение, что его полопали сейчас громче всех. Окей. Друзья, давайте сейчас последний спикер выступит. Сейчас ждите такого подхерта, потому что человек, который прям... Один, два, три, ICO. Вот, это человек, который вызвал просто массу интересных в комментариях, негатива в интернете. Это человек позитива и... Всего ICO. И он, давайте поддержим Антон Салютович. Работали, да? А кликеры, не знаю, как переключать. Тебе надо просто силой мысли, так и со мной я подключать. Так, алло. Да, здравствуйте, приятно познакомиться. Меня зовут Антон Занимонец. Я предприниматель. Я вообще, когда слышал, в принципе, я, наверное, третий раз в жизни где-то выступаю, потому что я не хотел это делать. Просто эта тема мне была интересна, я не выдержал. У меня накопились мысли, я стал
писали какие-то статьи, вот, решили, что зайти сюда, вот, поговорить насчет блокчейна. Я думаю, что может выдохнуть немного, я не буду рассказывать про продукт какой-то, да, там или что-то там, про технологию, про схемы там сложные. Я думаю, я бы хотел, я сам такой философский факультет, и уже 10 лет работаю в IT, я делал цифровые продукты, и, наверное, 7 лет я решил, 7 месяцев назад я решил профессионально заняться вот этой сферой блокчейн. Мне кажется, я заболел ровно как наш лидер Владимир Владимирович. Вот. Поэтому я, ну, начал инвестировать немного, потом объединился с людьми, которые инвестируют. И сейчас, в данный момент, мой интерес – это компания из реального сектора. Я как-то помогаю писать состояние, потому что я сам из венчура, и все правила, которые, в принципе, я там уяснил для себя, и на своем опыте, и на чужом, я переношу в блокчейн. Кто знает, как переводится эта фраза? Верую, ибо абсурдно. Как? Верую, ибо абсурдно. Да, да, верую, ибо абсурдно. Вот. Это то, что я хотел сказать. Давайте немного поговорим о вере. Вот. Я думаю, что я хочу доказать, и как бы есть такая посылка, состоящая в том, что блокчейн это вера. Это новая вера, это новая технология, которая, ну знаете, как есть такая фраза, вот кто-то, по-моему, Маккензи об этом писал, что блокчейн это new disruptive technology, да? Это технология, которая изменит этот мир. Вот. Я думаю, что у нее есть, скажем так, определенные черты веры. Ну смотрите, вот основа всей любой религии, да, когда мы говорим о вере, что нужно обязательно, чтобы существовала религия вообще? Но даже не религия, это любая идея, да, о которой мы говорим. Смотрите, первое, должен быть текст, да, обязательно. Это может быть Библия, Коран, там, любой текст, там, да, о котором мы говорим. Второе, это последователи. Это евангелисты, это пророки, апостолы там, и так далее. Да? Ну, евангелисты, да, это слово знакомое, стартап, конечно, все знают про это. Что не обязательно? Должен быть неосязаемый Бог, должны быть жертвоприношения, обязательно, ну, не обязательно, да, но они могут быть, как в любом виде, там, молитвы, это может быть, там, или это может быть, там, жертвоприношение, прям, акция, там, замочить, там, вот так можно, да. И, ну, это же не просто так все делать, да, нужно какое-то вознаграждение получить за это, да, вот, когда ты что-то делаешь, ты, ну, там, закурили благовоние, купили акции, давайте мне что-нибудь, там, здоровье, да, или денег. Ну, ничего не напоминает, нет, вот есть как бы исходный код, да, типа там open-source, там эфириум, там, да, блокчейн, там, я не знаю, там, биткоин, блокчейн. Есть последователи, те люди, которые больше всего денег успели уже срубить, как бы, да, видеть нового обложку код, да, там, ну, до 27 июля, да. Там человек 30 миллионов долларов, он там, по сути, нигде не работал до этого, ну, понятно, да. Вот. Неосязаемый Бог. Ну, кто видел Сатоши Накамото, да, вживую, кто знает, что это такое, ну, реально. Жертвоприношение. Ну, тут я, наверное, могу сказать, что это, наверное, когда вы майните, либо когда вкладываете в ICO. То есть вот вы как бы приходите и думаете, ну, я вот послушал там подкекс. Вроде такая технология, я все понял, да, хотя я вообще там в этом никогда не работал. Вот, давай приложу. Потом раз на биржу выше, хренак там, 10 тысяч процентов. Как ты такой, ну, разве это не чудо, как бы, да, вот как. Как это можно еще объяснить? Мы вознаграждение вот такое получаем. Немножко про это, как если отойти от религии, да, давайте вспомним, немножко научного подхода возьмем. Да, был такой замечательный ученый Маркс. Наша страна там очень хорошо его знает по учению, да, там силы и правды, как нам его создали. И во многом его, наверное, скажем так, опровергли, но вот у него осталось, вот если вы понимаете вот эту вот табличку, то вы понимаете вообще любой марксизм, ну, вы понимаете марксизм, в чем его смысл, потому что есть производственные силы, да, это палка-копалка, первая производственная сила, вторая производственная сила, это, там, скажем, матрига, да, то есть мы становимся земледельцами, третья производственная сила, это станок, да, там, мотор, например, или паровой двигатель, ну что-то в этом роде, да, то есть третья промышленная революция, когда говорили, а четвертая промышленная революция, которая там была на Давосе, по-моему, да, объявили про четвертую промышленную. Ну, это примерно вот об этом речь, да? И потом появился транзистор, и, в общем-то, появились видеокарты, и когда мне дед говорил, что ты фигней страдаешь, вот я на заводе, ты там на микроме работал, а ты там вот, в компьютерах для своих гиков там что-то там делаешь. Ну, вот мы как бы немножко вышли из этого, и теперь, вот, в общем-то, мы начали технологии, реально стало приносить, ну, ощутимый физический мир и влияние на него оказывает. Все это формирует производственные отношения. То есть если у вас, например, палка-копалка, то там в обществе собирателей у них как бы не было такого, что
что вы какой-то лидер, то есть у них рамки не было, и у них был такой институт астрагизма, они сгоняли сердце, думали, что он царь. Они над ним ржали, если он не понимал шуток, то он как бы пошел он, да? Вот. И все это влияет на семью, на образование, на идеологию, на политическую культуру, это все настройка, да, все эти идеи настройки. Вот есть такой венчурный инвестор Навал Равикан, который представил, что, ну, наверное, это такой один из самых важных слайдов, он представил, что мир — это сеть, он сказал, там, государство — это сеть, там, дороги — это сеть, социальные сети — это сеть, ну, все мы, это как бы, то есть это называется как мировоззрение через сеть, то есть как существует сеть, она существует по определенным правилам, у нее есть законодательство, как он там, например, блокчейн и так далее, да, у него есть правила. Эти правила так или иначе защищаются либо законом, либо математической функцией, да, кэшем, там, как далее, кодированием, там, юридической математикой, да. И основная задача сети — это доминировать. То есть мы должны... каждая сеть борется за свое существование. Она стремится к доминированию. Она так устроена, что она должна победить. То есть там, государство бьется с религией, да, потом они объединяются. И как бы есть такая мысль, что, ну, например, когда христианство разделилось, оно, это была одна сеть, и она разделилась по методу влияния, потому что они не смогли поделить пространство. И сначала появилось христианство, появилось католичество, потом оно вот называется форкнуться, да, кто вообще не разбирается, но еще это называется форкнуться. Вот как форкнулся, например, там, эфир, да, в свое время взял и форкнулся. И не стало две сети, они сейчас борются за влияние. Если у кого что-то не получится, одна съест другую, ну и так далее, да? И как бы, по сути, вот весь мир, это, его можно представить как борьбу модели управления, да? То есть там, вот там 20 век дал такую сеть, как капитализм. Это рынок маркетинга, рынок деривативов, рынок кредитов и так далее. И таким образом эти системы, ну, основа системы доллара. Вот то, что это делается, да, там, идете на работу, там, не знаю, там, любое ваше действие, оно, в принципе, направлено на заработок доллара, да, как иначе, как есть естественный резерв валюты. И если вы этого не делаете, то у вас отсекают от контакта, то отпускают на самом деле. Чем меньше у вас денег, тем меньше с вами общаются, ну, как правило, да, там, если у вас есть какие-то там дополнительные физические преимущества. То есть, грубо говоря, как этот там, человек, и как я там отчасти его поддерживаю, блокчейн — это альфа-сеть 21 века, и она буквально меняется по коже любого. То есть вот у нас на фонд мы не приходили к людям, там, из страховых компаний, из банков, там общались, да, и как-то. И они говорят, ну, нам очень нравится, идея прозрачности, нам нравится идея транспарентности, нам нравится идея проверяемости. То есть это определенный род идеологии, которая нравится, которая, по сути, будет более эффективна. И мы таким образом, пользуясь блокчейном, попадаем в некий такой виктор мир, который как бы питается по коже современного мира, его расширяет. То есть все больше и больше нет, и мы можем расплатиться эфиром. Я там один раз закинул денег, а они там уже как-то, ну, скажем, больше сильно стало, да? И, в общем-то, я их не собираюсь вводить. Вот. И рано или поздно, вот там швейцарский банк управляет чем-то, в Японии что-то может купить, еще эти первые ласточки такие, да? Ну, это все философия, на самом деле, если так вот, просто копнуть, то я думаю, что основное как бы движение, это там, многие так считают, что это из-за жадности, да, посмотреть просто на процент, и ну, многие люди просто говорят, ну, это жадность, да, все инвестируют в одежду на чудо, ну, это реально чудо, да, то есть сколько там, вот я там ваншеру заходил, как бы, да, ну, вот посмотрите, что происходит, ну, это, я как бы никогда не сильно разбирался в этом китайском стартапе, но вот там, как бы, видимо, китайцы больше понравились. Если вкратце про ICO, вот это мнение, оно на самом деле имеет место быть, я со многими людьми общаюсь, и многие люди просто не понимают, многие люди говорят, что это МММ, что там типа ICO это был вред, там, почему происходит вульгаризация, почему люди так упрощают? Ну потому что все думают, что это какой-то rocket science, что это сложно там, да, или не бывает так здорово, да, ну и так далее. То есть идет такое упрощение. Я видел такое мнение, и оно как бы часто возникает. Ну вот так вы представляете процесс вывода на ICO, это просто давайте поговорим немножко о практической части, в чем я там хорошо разбираюсь, понимаю, да, там и так далее. Вот многие думают, что ICO это вот такой вот процесс, который там надо как-то выводить. Я знаю, по рынку бегает много людей, да, ты точно вводил на ICO, ты точно. Я, чтобы найти человека, который там, меня проконсультировал, там, Кумани был один там, такой парень, и я, прежде чем я его нашел еще пятерых, которые тоже Кумани проводили.
Вот. И такие как бы, ну, то есть мы, я не мог найти реально человека, который это делал. То есть типа, я знаю минимум там, 30 человек, которые я проводил на ICO. То есть копаться на это, все думают, что надо обязательно найти, потому что мы привыкли, мы приходим в агентство, в студию, говорим, а вы делаете такие проекты для этого? Они говорят, ну, покажите ваше портфолио. Тут как портфолио, ребят, не надо, не верите именно за это, что они уже тоже с ума сходят, там, по 100 запросов в день от шурмы, которые на ICO выходят, до там, какой-то Алькатраса в Южной Америке, да, то есть там разные масштабы проекта бывают. На самом деле, как это все происходит, ребят, просто вот если у вас есть стартап и бизнес, вы должны понимать, вы должны думать как о стартапах, как, ну, о блокчейн-проекте, по сути, как о стартапе. То есть это идеология Lean, это движение стартапа, это развитие своего сообщества. Если вы хотите проверить гипотезу или там, свою идею, первым делом вы должны начать работать с сообществами. Вы должны найти людей, которым это вообще интересно, и сказать, я тут придумал там шоу-руму на блокчейне, будешь покупать, вы буду, ну, ты делаешь минимальный прототип, говоришь, купи. Если он не покупает, значит, у вас идея не работает. Вот, в принципе, я там рекомендую, никогда не слушайте про проект, если вы инвестор. Не слушайте, потому что вас, ну, как бы вы не можете вникать. 50 этих, а если больше, сейчас будет в этом месяце. Вы же не эксперт, а эксперт. Правильно слушать про бизнес-модели, про деньги. Как они будут зарабатывать, смотрите на конкретных людей. Только так это можно сделать. Обязательно обычный маркетинг. Вы возьмите маркетологов, которые реально круто умеют выводить. У меня там 10 ребят, они доказано выводили там, на мировой уровень, там, стартапы, там, привлекали фондирование, да, создавали новостной шум, там, все касается пиара. Просто возьмите пиарщику, придумайте красивую историю о вашем стартапе, емкую, понятную, ясно, кристальную, поражающую воображение. И сам так и есть, да? Вот. И просто запулите все там баннеры. Это все то же самое. ICO ничем не отличается, да? Вот отдельно хотел сказать про смарт-контракт. Есть много компаний, которые рассказывают, что там у них какая-то грандиозная платформа по проведению там ICO, там вот это вот все. Ребят, ну вот у меня там два разработчика, они там три года уже пишут там на Solidity, и вообще 10 лет у меня разработчики. Это просто, я на всех случаях думаю, может я что не понимаю, давай вот организуй как бы стратегию, пойду спрошу, разберу. Это просто пару смарт-контрактов. Если вам нужно ICO, это просто пару смарт-контрактов. Ну, да, как мое честное мнение, моих разработчиков, меня кто-то может попробовать переубедить, но в целом на этих платформах, это как, знаете, самый большой армад в мире, там, типа, сайт-конструкторы. Вот вы приходите, вам нужно 10 функций. Заходите на X.com, нам нужно 10 функций. А у них только 8 функций. Ну и что вы будете делать? Да, у них там закрытый фреймворк, вы не можете ничего добавить, адаптировать. То есть если бы это была платформа, то нифига не нужны были разработчики вообще. Программисты бы умерли, да? Они никогда не умрут, потому что вам всегда нужно что-то под рынок, вам нужно быстро меняться, вам нужны люди, которые быстро это меняют. Единственная, конечно, проблема, ни одна платформа, опять же, не хостит вас, она вас не защищает от вируса, они все говорят, чуваки, там, идите там, мы вам дадим смарт-контракты, под вас поплинтим, и идите там, ну, куда хотите, короче, вот там, на iCloud, там, на Amazon. И вот тут, конечно, надо аккуратнее быть, нужно какой-то типа хайлоуда, конечно, потому что DDoS это все делать, но это может сильно вам повесить на сети, и вообще ваш проект, как бы, привлечение денег немножко заломать. Потому что, ну, если у вас сайт висит, то у вас будут давать вам большие деньги. На мой взгляд, на самом деле, самая сложная экономика токена, да, то есть 90% всех стартапов, которые я вижу, им не нужна сложная экономика. И там не надо еще моделировать, просто привязали к прибыли, там, да, вот как рассказывали до этого, и в принципе оно готово. Да? 10% там игры, там мессенджеры, там есть, короче, внутренняя какая-то валюта, там внутренняя модель, там уже нужно экономическое моделирование, теории игр, потому что вы хотите делать то, что будет существовать там лет 10, если это мессенджер. Да, я всегда рекомендую, я тоже сам хочу войти, да. Почему? Потому что это уже существующий бизнес, он уже зарабатывает, его никак не сдвинуть с этой территории, да. И как бы у них нужна внутренняя валюта, они хотят соединить игры, да, мы видели, да, я показывал стартап, там, забыл там, вот у него тоже это игровая такая игра. То есть вы помайнили, там, бегали гномом, там, постреляли из фаерболта, вам дали там $1000, вы это совершенно официально обменяли на реальные деньги. То есть через этих торговцев, а реально там обменяли на деньги, да. Ну и, ну, как бы, надо обращаться к юристам, куда без них, как бы, да, вот юристы там понимают, что, ну, вот как движуха идет, это даже без нас, ну, как бы, это смысл профессии, прийти там, помочь, как-то разобрать, там, иногда чрезмерно даже напугать, короче, ну, там, это обязательно надо сделать, конечно, потому что, когда, вот, значит, первые судебные дела по поводу ICO компании, да, вот тогда у вас хотя бы будет бумажка о собственности, знаете, как там, если нас носили, да, там, открывается, будете, да, там, вот я там, хотя бы пытался это сделать законно, скажите мне, но так вот почитайте white paper, если там, не знаю, много людей white paper читают. Кто читал white paper вообще из стартапа по ICO? Да, не быстро, да. Ну, я не знаю, если говорить про ICO, тебе, может быть, аудитория там по майнингу, что там с ICO, ну, короче, есть юристы,
просто оформитесь, напишите, что вы вообще не ничего не несете в ответственности, ну я прочитаю вот это, там так можно. Просто не работаем. Давайте конкретизировать будем последний блок про про и контра ICO. Значит, что, почему, как мы говорим, что надо проводить ICO. Как мы реально, ну, много, я вижу стартап, я уже 50 лет смотрел, и многие спрашивают там, надо ли нам вообще уходить на ICO. Ну, я начал, ну, как я интуитивно отвечаю, ну, тебе надо, там, тебе не надо уходить на ICO. А потом я как бы понимаю, как я вообще, что я совет раздаю, что я смерть, что я там 7 месяцев там работаю, да. Я подумал, надо какие-то внутренние критерии выделить, вот там, пожалуйста, да, давайте вопрос посмотрим. Во-первых, это классно, возможно, сложно заскочить, если вы инвестор, это классно. То есть вы смотрите на успехи вашей компании, не встречаясь со стартаперами в кабинете, чтобы они вам лапшу не вешали, да, а просто заходите на биржу и смотрите, как растут или падают ваши токены. Ну, мы знаем пару российских компаний, которые так офигенно общались с инвесторами, что у них там токен вообще не будет, асфальт копает, да. Вот, я не знаю про продукт, да, я там не рассматривал, но вот просто я знаю, что вот такое было общение, это все моментально вирус распространяется. Но тем не менее, вот, это классно, понимаете, эксит. То есть, там, не знаю, мы влили венчурный стартап, там, не знаю, 5 миллионов рублей. И потом еще, и вот он вроде бы как оценится 20 миллионов. Ну и попробуйте его продать вот, свою долю, да, ну, попробуйте, да, вот, вы будете там офигевать по вечному фонду, ходить, сделки эти проводить. Я через это крокодил, это вообще отдельная история, очень сложно. Новый тип инвесторов, да, вот вы представьте, что у нас до этого, да, вот до этого кто-то упоминал, что в США, чтобы быть инвестором, надо либо через фонды ходить, либо как бы лицензию получать, да. В Европе там чуть попроще, да, ну у нас вообще там английского института нет, ну короче, вот эти огромные деньги, я буквально говорю, я точно знаю, несколько людей, ну вот такого типажа, которые, ну, в натуре, да, там 5 миллионов рублей, как минимум, я знаю, влили в один стартап. То есть, понимаете, да, эти деньги, они освобождаются, и, на мой взгляд, у них практически бесконечное количество. То есть, я уверен, что теневой бюджет, он в два раза больше официального, эти деньги, они больше поступают на биржу. И вообще, изначально, вот, все эти ICO стоят, у вас складывают вот такие ребята. Если вы увидели их лица, вы вряд ли захотели, чтобы они были вашими инвесторами, я точно говорю, да? Это такая отдельная философия, есть такая компания Blastam, которые сделали офигенный трекер для работы на дизайн-команд, типа Trello там, или Asana, да, с поиском. И они написали офигенный книг, который называется «37 сигналов», это философия простого продукта. То есть иногда инвесторы говорят, я вот при этом вижу Uber, да? То есть иногда компании заставляют расти очень быстро, они говорят, нам пофиг, да, вот, мы не готовы, знаете, как подросток, вот он 14 лет вырос, там два метра, а потом он такой, типа, юнион кости, он еле ходит, и когда он начинает в беги, он падает, у него ломаются руки, ноги, там, он, не знаю, умирает. Вот я думаю, что, ну, видеть, да, все это дело с Uber, мне кажется, все как-то к этому идет, вот что-то надо. Иногда надо остановиться и расти с точки зрения изменения окружающего мира, а не с точки зрения покорения всего там света и заливания каких-то бешеных или непонятных денег ему там на счетах через венчурные сделки. Ну, я уже говорил про это, duty free, это когда вы, в плане, я уверен, что сейчас никто не несет ответственности, и, в принципе, если я уверен даже, что есть стартапы, которые просто красиво сейчас изъяли деньги у населения законным способом, да, им за это ничего не будет, а население, в принципе, скажет, ну, не получилось, да, наверное, продукт, там, рынок, там, и так далее, то есть, ну, я думаю, что это так, и сейчас, в принципе, это про, если вы хотите попробовать рискнуть, я думаю, что, наверное, если, как бы, где-то на равных выводить, не выводить, то, наверное, попробуйте, да, почему бы и не было, очень хороший бы доступ по фану, когда и ставят. Контра, против аргумент, почему не надо выводить на ICO, это возможность не могут выскочить. То есть, ну, представьте, что у вас стартап, который там, получил стартап, который поднял деньги на ICO, и у вас экономика вашего стартапа зависит завязана на экономике токена, да? Что вы будете делать, если у вас 30%, как ну, я тут смотрел на опросы, 30% людей, там 27%, покупают по рекультивным соображениям, то есть эти сразу слились, да? А потом, например, у вас наступил тяжелый период, вы пытаетесь сделать перевод, то есть изменить свою компанию, там, заработать все-таки денег. И вдруг инвестор говорит, что-то у них не получается, а у нас тут еще 50-е все. Давайте выйдем, как бы, да, и у вас еще 30% сливаются. И как вы понимаете, да, что происходит в вашей компании. Ну, если там прибыль привязана, там отдельный инвестиционный вопрос. Чрезмерная сытость для стартапа это смертельно. Там, да, покойный Стив Джобс, собственно, единственный говорил, что вы foolish, там вот все, и Карли. Вот, когда стартап у него не горит задница, нельзя вообще ну, говорить о результатах нельзя. Это он будет растекаться во времени, люди будут там ходить, ходить на работе, фотографироваться в скопе, покупать макбуки, как бы, ну, классика вообще, да, там, так все делали, как или иначе. То есть, вот так будут выглядеть ваши стартаперы, если вы не инвестировали, да, там, периодически.
Понятно, очень много, огромное количество очень любимых людей со странной биографией. Я знаю одного человека, который, ну, я его не знаю, я точно знаю, что он есть такой человек, потому что мне о нем рассказывал человек, который доверяет, ну, неважно. Этот человек сменил, он китаец, зовут его там типа Джон Доу, да, там как-то там. И он ходит на конференции, и есть как бы точная информация от этих людей, что этот чувак уже отсидел и сделал себе пластическую операцию, сменил паспорта, через документы там, и так далее. Вот, как бы, вот с такими людьми надо приходится сталкиваться, вот, поэтому это как бы не очень хорошо. Что в итоге? Я думаю, что нам нужно ответить вот на этот вопрос, да, типа, что делать, да? Я буду резюмировать уже, да? Значит, в первую очередь, несмотря на то, что биткоин, блокчейн, вся история связана с анонимностью, я думаю, что будущее, ну, вообще эта система все-таки за деанонимизацией. Мы должны рассказывать о тех, кто мы есть, мы преувеличивать, да, и соблюдать какой-то внутри моральный закон. С одной стороны, я стекусь как бы над ICO-шниками, да, и уже безумными людьми, но с другой стороны, я сам это верю, и я думаю, что как бы не надо врать. Говорите, пусть вы делали там не вводили на ICO, у вас офигенно маленькая команда, да, как там, я не знаю, я там это делаю. Если вы там, не знаю, не верите в стартапы, возьмите меньше денег, например. Возьмите, зачем измените этому мессенджеру статус 150 на миллионов долларов? Если ему достаточно там полмиллиона, миллиона, создание прототипа, на этом заработать, не выдать эти деньги ему в течение какого-то времени, а не сразу, понимаете, к чему это приводит? Обязательно делать профессиональные due diligence, но я как смог, я там собрал там криптограф, экономиста, там, трейдера, там самый неокрутой бэкграунд большой, я там постоянно в теме. Ну, типа, мы делаем что-то такое, типа там, due diligence, но это как бы понятно, надо это серьезно, потому что вот все мы выступали, ну, я уверен, что в аудитории там, ну, 90% не поняли, вот, как это реально работает и как на этом зарабатывают. Я не про продукт, я про то, что вы не можете это знать, должны. В любом случае мы придем к каким-то фондам, которым мы доверяем, они делают due diligence, компания и присваивают рейтинги. Для инвесторов, в принципе, достаточно как 8,8, он такой, ну отлично, там, заплачу миллион долларов, отлично, 8,8. Что это значит? Ну, не важно, для ААА, там, что-то вроде, да? А, потом я, конечно, фанат того, что все-таки был MVP. Я там с реального сектора говорю, и как бы, я думаю, что, ну, круто, там, не знаю, у меня есть проект, который придумал, как соединить ее руку с мозгом напрямую, то есть машина интерфейсом подсоединяется к нейроническим окончаниям, внутри есть искусственный интеллект, который тебя обучает, как это владеть рукой. Они уже 100 маленьких киборгов там для детей, да, бегают где-то по России, и вот они, в общем, реально, ну, рука их обучает. Это прорыв, я считаю, что такие проекты надо финансировать, я вот, ну, этим и занимаюсь сам, да. И, конечно, получение контроля, ко мне приходил тоже один проект, говорит, смотрите, я ничего не рекламирую, не называю там имен, там, да, там, это они сами ходят по рынку, просто мне он понравился, он придумал, странно, что этого нет еще до сих пор, он придумал, ну, обычный блокчейн, то есть вы блокчейн эскроу. То есть вы выводите на SEO-стартап, и эти бабки вы получаете согласно развитию родмэпа или там под консенсусу с инвесторами путем голосования. Ну понятно, я там начал практиковать эту философию, все, я говорю, а как вы голосование будете устраивать, какой тип демократии, там, поток или там, или Китаю, или не знаю, какой, как это произойти будет? Вы хотите отдать толпе, все площадной демократии, или там выборщиков сделать? Ну, вопросов много, но это обязательно вам нужно сделать. Вот, ну, в общем-то, спасибо за внимание, вот, как мог, я вам все разрыв, все. Антон, спасибо. Друзья, знаете самое, что интересное? Ни в одном слове не было рекламы своего продукта или своей компании. Кроме когда того, как я вам представлял. Просто Антона посоветовали мне товарищи из Coin Forks'а, это наши партнеры, журнал. Они мне таки сказали, там, Татьяна сказала, он, оказывается, муж моей напарной подруги, как красавчик, круч, делает крутые вещи. Я говорю, ну тогда я себя посчитаю. Там я увидел такой холивар, ребят, там просто было действительно круто. Очень круто рассказал, очень все понятно, там прям супер. Я, знаете, просто какой момент вспомнил. Вот сейчас в Екатеринбурге вышел из тюрьмы бывший какой-то уголовник непонятный, который сейчас планирует в Екатеринбурге читать лекции по блокчейну, наверное, по криптовалютам. Но вы понимаете, сейчас все сюда лезут, поэтому будьте все очень такими внимательными и аккуратными. Друзья, если у вас есть вопросы профессионалу, отлично. Вот джентльмен во втором ряду. И вот так, Ромстар. Всем привет, меня зовут Руслан.
Такой вопрос в рамках ICO. Сколько нужно денег, средств, нужно иметь, чтобы развернуть проект? Какого денега? На ICO или на pre-ICO? Да, давай попробуем действовать. На pre-ICO или ICO? Ну, на pre-ICO можно вообще, собственно, сильно сделать и потратить там миллионы рублей на маркетинг, там, и сотрудников, и спокойно сократить. Вот. Это вполне сейчас, это вполне реально, да, в дальнейшем это будет дороже. На самой ICO, вполне, как бы, 150 тысяч долларов. Вот. Это, если вы хотите на нескольких языках работать, да, это фото, основной фото, и договариваться с площадками, платить их в битках, вот это деньги туда сюда мотать, ну там, короче, есть проблемы с вами. Есть какие-то топ-площадки, где это можно сделать? Да мне кажется, ты подойдешь к нему, он тебе все расскажет, кто на самом деле. Все хотят узнать, как задешево, они сейчас наслушались на ивенте, как все делать, приду домой, никому платить не буду, четко все сделаю. Есть еще, друзья, могут себя отдавать, согласен. Есть еще какие-то вопросы, друзья? Просто человек реально в этом разбирается и может вам подсказать. Просто это очень интересно, что человек, который может рассказать вам действительно реальные кейсы, знания, вы их у Химаника возили? Химаник это частично... Это не, Максим Беляк это делает, я его знаю, просто он партнерился вот так. Просто действительно, наверное, много рекламы уже Антону, но тем не менее, мы состоим с ним в одной закрытой группе. Товарищи с большими счетами не только деньгах, но и вообще. То есть это не повезло. Да, и поэтому знаком. Оттуда очень много комментариев полезных. Просто я прям рекомендую, пока вот здесь насладиться качественным процентом. Ну, если будут, я думаю, Телеграм, пожалуйста, пишите письма. Будем отвечать. Окей. Друзья, давайте тогда поддержим Антона. Огромное спасибо. Друзья, сейчас пару моментов, которые мы вам хотели анонсировать, наверное, под самый конец. Совсем скоро, буквально через 10, наверное, дней, этот все африканский сникерс выдаражит у людей. В общем, друзья, у нас совсем скоро будет меняться формат, и мы хотим сделать нечто другое, что было до этого. Мы молодая команда, мы идем по модели уровня стартап. И следующее мероприятие мы хотим сделать просто лакшери уровня, где будут политики, где будут бизнесмены, где будут очень серьезные люди. Это будет всего 100 рабочих мест. Это будет вот здесь. Это будет недалеко от Кутузовского, это будет целая крыша. Василий, можно даже следующий слайд сделать. То есть такой формат сейчас, под этот формат набираются топовые спикеры. Это будет дорого сразу. Но это будет уровень на то, что вы сможете наладить свой нетворкинг, но, наверное, до уровня, когда решение будет принимать очень быстро. В общем, команда IBCG идет к этому, и 22 числа на крыше одного из зданий на Пасе мы проведем крутой ивент. Следите за нашими анонсами. Первые по модели там, ICO мы делаем продажу билета, первые билеты будут скидки определенные. И скидки произвещают. Остальное вы все увидите. Вася, больше кадров нет? Да, отлично. Друзья, ну что, в итоге, сегодня мы с вами поговорили о ряде вещей. Был майнинг, были кейсы по стабилизации, было очень много интересных моментов по ICO. И надеюсь, сегодня этот ивент дал вам определенную пользу. Сейчас будет время для нетворкинга. Как минимум, я считаю, что если вы даже спрашиваете своего соседа справа и слева, чем ты занимаешься, как тебя зовут, это будет только плюс. Потому что люди, которые ходят сюда, как сказал сегодня Артем Гуревич, ходят 1% людей, которые понимают обучение. Ну, на сегодня это все. Команда IBCG говорит вам спасибо и всем счастливо. Спасибо большое. Я сейчас в Сити поеду, я сейчас встретил.
Так, хорошо.